Максимально яркую маечку думал одеть к вам. Прийти сюда, да, вот так вот показать, короче. Дэм, бич. А видите, да, кожа там, типа цвет кожи немножечко. А почему, интересно, он удаляется? Че тогда моя кожа не удаляется? Непонятно, короче. В общем, вон он, фломастер, да, со всеми делами. Приветствую вас на ноябрьской премии 23-го года. Буквально предпоследняя премия в этом году. Годовая премия пройдет у нас... Ну, как будто бы 12 января мы планируем это сделать. 10 января будет декабрьская, потому что мы не подводим итоги никогда до того, как не закончился год, для того, чтобы всех увидеть, всех послушать, со всеми успеть ознакомиться с работами. Насколько это возможно, конечно, потому что десятки альбомов мы слушаем каждый месяц, сотни альбомов мы слушаем, там 350 или 400 альбомов за год мы послушали уже сейчас. Вот, поэтому какие-нибудь еще фишечки вам обязательно подгоним. Спасибо, что пришли, молодцы. Я думаю, сегодня будет очень интересно. Нам было непросто оставлять определенное количество ребят для того, чтобы проводить голосование здесь, потому что мы набираем людей больше 10 часто, и нам нужно оставить 10 по итогу для того, чтобы провести полноценно премию. Да, поэтому спасибо большое, что были с нами, спасибо большое за замечательные стримчанские, которые были вплоть до вчерашнего дня, до сегодняшней ночи, был сумасшедший стрим, если кто-то не посмотрел запись Майса или запись OG Buddha разбора альбома, там Lil Crystal в тот же вечер мы разбирали, заходите, смотрите, да, это легендарное дерьмо, там паблики отовсюду насобирали уже всяких информации, да, там повыкладывали, ну, без источника нашего стрима, конечно, ну, ладно, им прощается, пусть носят. Вот такая вот история, да, короче, мы творим историю, и вы являетесь частью этого факта, того, что мы вместе с вами это делаем. Да, Вериф, да, вот эта вот вся история, вот это вот разбор буду ли мясо легендарно, да, бро, вот именно об этом я и говорю. Вчерашний донатер, я вот сейчас смотрю, да, сообщение прислал Сакрон, спасибо тебе, бро, большое за 10к, спасибо большое, но есть проблема, чуть ниже тебя, да, идут сообщения, послушай внимательно, вот есть Сакрон, да, а есть Кизару. Homicide Gang, Чингисхан, снова Кизару, Саммерс, Лил Дракхилл, Скали Милана, Рик Оуэнс, Дональд Трамп, Джо Байден, Виктор Цой, Лил Кристал, ну ты понял, да? Поэтому, хотя непонятно, да? Может быть, Сакрон сделает страшную грязь, и так все такие, дэм, это тот самый Сакрон, который шел сразу за Кизару. Спасибо тебе, бро, большое за поддержку. Твой трючок, конечно же, встал в очередь. Шутка, естественно. Вот, кантри-клип разнос. Да, это прям страшная тема, я прям искал. Я не знаю, это кто еще зачел, да, там, кантри-клип, клип на ферме, американский клип. То есть я подумал, что вот это должен быть такой образ. И тот чел просто, он просто почувствовал, он залетел, да. Поэтому это было... Это было очень-очень-очень хорошо. Давайте я вас ознакомлю с тем, что будет происходить у нас сегодня. Да, сегодня здесь и сейчас у нас будет происходить следующее. Смотрите, ноябрь. Премия Риса за творчество, да, для начала, наверное, что вам показать? Наверное, посмотрим, пройдемся по количеству. Во-первых, хочу сказать вам, да, что есть, появилась кнопка обратной связи. Нажимая на кнопку обратной связи, вы можете выбрать, да, техническая поддержка по сайту или предложение по сотрудничеству, оставить свою почту и отправить свое сообщение. Вы давно просили, мы сделали, соответственно. Вот, далее, что касается дальнейшей истории, здесь у нас... Так видно? Да, 53 тысячи рецензий, уже 57 авторов, 26 верифицированных пользователей и практически 20 тысяч скоро пользователей зарегистрированных, да. Перешагнули мы треки, количество треков за 2000, альбомов за 400 перешагнули на сайте, поэтому на все эти замечательные материалы вы можете... написать рецензии, друзья, да, вот у нас тут рецензии 53 тысячи. Что касается верифицированных пользователей, как вы помните, выглядят они вот так вот, да, то есть вы можете зайти всегда, почитать, посмотреть, сколько рецензий у человека, какой средний балл, всего лайков им получено на его рецензии, да, соответственно, этого человека. Вы можете зайти, посмотреть, почитать, ну, то есть дерзкая тема, да, вы можете зайти, посмотреть... Шикарные, да, шикарные обложечки, вы можете почитать описание, да, увидеть здесь всю ту же самую информацию и просто кайфануть, да, да, дэм, тут прям солидные цифры нам показывает Арви. Вот такая вот история, да, вот такая вот история. Возвращаясь к премиям. Ноябрьская премия, что из себя представляет ноябрьская премия? У нас будет голосование за артист месяца, причем... В кои-то веки мы устроим частично голосование на стриме. То есть это будет не так, что сразу все это отправляется в голосование. Да, у нас
в этом месяце ничего не отправляется сразу на голосование, представляете? Все, абсолютно все номинации у нас будут разбираться на стриме. То есть мы сначала будем обсуждать это с вами, вы будете выбирать топ, а потом уже они будут отправляться. Ни альбом месяца, ни артист месяца, ничего. То есть ноль номинаций, которые я такой говорю, ну вот это прямо сейчас отправляется, и теперь нет таких номинаций, ничего не отправляется. Все у нас исключительно разбирается на стримчанском, представляете? Поэтому артиста месяца, как и альбом месяца, мы разбираем в конце, естественно же. Вот смотрите, да, что у нас здесь. У нас здесь тоже больше 10 претендентов еще и везде, да, постоянно здесь тоже. Тут, здесь, в том числе, вот здесь и везде. У нас просто везде больше 10 претендентов. Мы сейчас с вами будем стараться это все решить. Но прежде чем мы это все решим, хотели бы представить вам некоторых ребят, которых мы, соответственно, в этом плане тоже был просто космос. Огромное вам спасибо за такую нереальную активность. У нас в этом месяце очень много ребят, которых мы забираем в верифы и в претенденты. Знакомьтесь. Сначала поговорим о претендентах, которые получали претендентство до этого, а в этом месяце они становятся верифицированными пользователями. Таких ребят у нас пятеро. Первый претендент, который был претендентом, а теперь становится верифом, это НЛВ. Большое тебе спасибо, бро. Спасибо тебе за прекрасные рецензии. Wildy, наконец-то, да, наконец-то увеличилось количество, качество в первую очередь увеличилось, да. Большое спасибо тебе, бро, что продолжаешь, добил. То есть он в претендентах у нас висел очень много, он работал. Спасибо тебе, бро, большое, получаешь ты верификацию, огромный тебе респект. Далее, Relate, претендент, переводится в верификацию. Далее, Пират, претендент, переводится в верифицированного пользователя, не разбирая проходные скучные релизы. Вот, да, то есть ребята знают, как сделать уже какое-то ознакомление с собой. То есть теперь у вас, ребят, вот кто писал интересные баннеры, да, и еще Никита Титков. Да, Никита Титков, спасибо вам большое, ребят, спасибо за то, что продолжаете делать качество, вы очень крутые, респект вам огромный. Верифицированные пользователи, теперь у вас всех появится возможность, ребят, написать еще и описание. То есть у вас будет графа описания, смотрите, как это выглядит. То есть мы нажимаем F5, бам, поняли, да, все, верифицированный. Средний балл тут уже появился, и здесь можно будет написать историю о себе. Да. То же самое. Wildy. Бам. Relate. Бам. Пират. Бам. Моментально. Моменталочка, да. Никита Титков. Бам. Претендент. Верифицированный пользователь. Спасибо большое, ребят. Далее. Мы отправляемся по людям новым. Новые люди. Гигантское количество претендентов. Погнали. Претендентами в этом месяце становятся Pain Face. Большое тебе спасибо. O-Trills. Доктор Кот. Или Дркот. Самсончик становится претендентом. Претендентом на верификацию. Ярослав Данилов. Бэм. Kill Clock. Бэм. Say Raise My Name. Оценено альбомов, оценено синглов, оценено мультисинглов. Интересное оформление, бро, респект. Далее. Костей. Далее. Амир Шоу. Далее. Иллид Форен Сторм Рейдж. Я это прочитал. Надеюсь, правильно. XTSWOS. XTSWOS тоже становится претендентом. Далее. Глеб Килк. Дэм, ты откопал старую красивую заставочку. Менок. Кей Never Broke Again. Хайзенберг. Фон Шац. Джайер. Дикстри он Kills Me. Да? Ну, Дистрикт, наверное, как-то чего-то. Альбом месяца. Поняли, да, видели? Он уже здесь сам пишет свои... Полностью свои, короче, да.
Номинации. Респект, бро. Респект за креативити, ёпта. Авангард. Но он написал, да, что он берет, да, это грамотно взял идею шапки с номинациями у Relate, да. Тоже, да, смотрите, еще отсылается, респект. Авангард, Траппер и низкий уровень дискуссии в Восточной Европе. Вот эти все ребята прямо сейчас, да, прямо сейчас они получают претендента. Каждый может возле своего никнейма сейчас увидеть вновь появившийся значочек претендента. Спасибо большое, ребят, вам за конструктив. Спасибо вам большое за гигантское количество качества и базы. Вы очень крутые. Приятно иметь с вами дело и приятно осознавать, что мы создали площадку, которая, оказывается, действительно имела такой большой спрос, и который не было. Это удивительно в наше время, знаете, когда вроде бы есть все, а потом ты открываешь, что есть огромный пласт и пробел того, чего просто не существует. Что нужно людям, оказывается, высказать конструктивно свое мнение с возможностью, чтобы это было как-то обрамлено, понятно, вот поставлено, и другие это просто прочитали. Без срачей, как в других соцсетях, без каких-то вещей, да. И это находит отклик у артистов в том числе, да. То есть ребята заходят, у нас получается... Кстати, Дим, знаешь, что можно делать еще? Какую статистику можно вести? Можно вести статистику зарегистрированных артистов. Давай с декабря, наверное, сделаем так. Авторов имеется в виду, да? То есть у нас не было раньше такой практики. Я думаю, это интересная идея. Что думаете, чат, по этому поводу? Сделать. Да, претендентов мы набрали нереальное количество, но это еще не все. Это еще не все. Я думаю, надо будет сделать так. Я думаю, надо будет просто показывать вам, кто из ребят зарегистрировался, потому что продюсеры регистрируются, клипмейкеры регистрируются, дизайнеры, артисты новые регистрируются постоянно, ставят лукасы на ваши рецензии, пишут какие-то сообщения. Я думаю, что это очень крутая идея, и после того, как мы будем каждый месяц обозначать ребят, которых мы набрали, только что идея родилась, можно будет просто говорить там, такие-то, такие-то ребята, вот посмотрите, вот эти, вот эти, вот эти, вот их работы, соответственно, они, или хотя бы там говорить, кто, сколько, количество, ну, хотя бы так. Дима, администратор наш, замечательный. Далее. Из новых пользователей 4 человека в этом месяце получают верификацию верифицированного пользователя. Это москвичка, первый пользователь. Бастанк, второй пользователь. Soulless, третий пользователь. И Дом Рассел. Выглядеть теперь эти ребята будут следующим образом. Бам, москвичка, вериф. Бастанк, вериф. Soulless, вериф. Пишите описание, ребят, да. И Дом Рассел, вериф тоже, да. Теперь вы можете посмотреть, сколько рецензий у человека. Средний балл рецензий, всего лайков уже получено, да. То есть, будучи пользователем, человек залетел, да, сразу вот сюда. Рецензии, 46 рецензий, 29 лайков, да. 83 рецензии уже, средний балл 74, 170 лукасов получено. Здесь у нас 128 рецензий, 69 и 137, да, ну. Спасибо большое, ребят, что вы такие крутые, елки-палки, блин, пишете такие интересные вещи. Вам реально интересно копаться в творчестве, и вы готовы делиться этим с нами и радовать артистов. Многие артисты, да, на самом деле, пока не так много, так сказать, публичного освещения, да, этой истории. Ну, то есть, не настолько это публично освещается, насколько это действительно обсуждается на всех концертах, на разговорах между собой люди обсуждают. То есть, в принципе, ну, мы не навязываемся с какой-то рекламой всего этого. Мы просто очень аккуратно двигаемся, делаем свое дело, и к нам подключаются те, кому это интересно. Все. Вы видите, в принципе, что происходит у нас на стримах постоянно, да, то есть мы тоже выкладываем и какие-то интересные вещи, и стримы пытаемся провести максимально интересные, но без какого-то дерьма, да. Очень будем стараться удерживать взятую планку и двигаться в таком направлении. По поводу вот этих вещей, да, скоро появится, вы уже на некоторых стримах смогли увидеть черную маечку вчера, ну, вайперов разбирали, черная маечка, да, Лил Кристалла, уже буду разбирали, до этого там было 90 надпись на синей маечке, да, вот, поэтому такое. В общем, переходим, друзья. Прострелили, ну, бля, и шутеры, бля, страшные опы,
за низкие баллы, бро. Так, синяя 90, да. Так. Переходим, друзья. Переходим мы к номинациям. Обложка месяца. Первое, что мы говорим. Смотрите. Сейчас я вам покажу, что происходит здесь. Вот эти ребята, соответственно. Вот это все, что у нас было номинировано, да. Но не все обложки прошли в финал, соответственно. Не все обложки прошли в финальный топ-10. Объясню сейчас, какие обложки не прошли. Не прошла облога «Воровской лапы», потому что она не совсем соответствует, вот эта облога, не совсем она соответствует релизу. Она больше стебная, она очень красивая и смешная, но с точки зрения концепта релиза и того, что в нем происходит, она не совсем соответствует. Вот, то есть здесь, если бы это было наполнено как некоторыми треками отсюда, это было бы интересно. А так, это очень крутой стёб, но с точки зрения облоги, к сожалению, это не проходит. Далее. Из двух облог по одному исполнителю. У нас было голосование, у нас было две обложки, которые проходили. Это у нас Soda Love. Сейчас. Вот смотрите, то есть у нас тут есть две облоги Soda Love. Вот, прямо сейчас вы их можете видеть. Да, это вот Вигиланта и, соответственно, Спа. От одного исполнителя мы оставили... Сейчас я вам скажу. Мы оставили эту, да, обложку, короче, этого альбома, да, конечно же. Сорян, туплю, а тут просто вот столько надписей всего, там все это быстро происходило, конечно же, да. Мы оставили вот эту, мы убрали, она очень красивая. Мы оставили вот эту. Поэтому этой облоги и этой облоги не будет в финальном голосовании. Далее, то же самое, да, у нас Ванок Регуляр и Кишлак с Хик. Альбомная обложечка. Сейчас. И проходит на самом деле у нас... Сейчас. Так. Здесь у нас тоже, да, с Кишлаком. Да, здесь у нас с Кишлаком, короче, был замес. Вот и вот, да, видите? Две обложечки. И, соответственно, прошла у нас обложка с этим. Сейчас я вам скажу... Да, сингловая облога победила, короче. В общем, я просто не знал, как ее назвать. Да, Схик 2, блядь, Схик 2. Вот они обе Схик 2. Но на самом деле это облога сингла, это облога альбома. Эта облога прошла. Вот. То есть была заруба между двумя кишлаками, была заруба между двумя содами, и вот «Воровская лапа», учитывая движуху, не прошли. Эти облоги у нас не прошли, чтобы вы понимали. И вот по такой причине, да. Чтобы вы понимали, что это происходит и почему, да. Так. Все, теперь мы начинаем. Друзья. Первая пара, которую мы вам показываем, обложечек. Знаете, да, что происходит? Как можно голосовать? Соответственно, голосование открывается сейчас практически сразу в Twitch-чате. Единички, двойки можно не отправлять. Происходит сверху голосование у вас в Twitch-чате, друзья. Вы можете его видеть. Первая облога. Это у нас Велиал Сквад Мип Крип Шоу Азер Бабаев. Вот она. Бэм. Вот она. И вторая обложечка. Это у нас P4TAC или ПТАК или ПТАК. Лов 6-6, V плюс V равно Forever. Вот, один или два, друзья. Очень концептуальные облоги, на самом деле. Одна дико чувственная обложка. Другая обложка полностью отражает то, что происходит в релизе. Здесь тоже полностью отражает. Две сумасшедшие облоги. Как вы будете среди них выбирать, я понятия не имею. Вот, не знаю, что это будет происходить. Если будет какая-то калиточная история, можете писать, да. Да, ребят, здесь, смотрите, самая главная ваша задача вообще в обложках. Ни в коем случае не обращать внимания на то, там, нравится вам музыка или песня какая-то конкретная. Все это не важно. Насколько обложка соответствует музыке, насколько она красива, насколько качественно она реализована. Все. Здесь у нас, в принципе, есть победитель. 39-58. Обложка номер 2. Большое спасибо, Азер Бабаев. Это было реально круто. Отличная облога. Очень интересный релиз-то тоже, да, крутой. Спасибо большое. Но финальное голосование у нас проходит обложечка P4TAC. Да, Ловша 6, VNV равно Forever. Спасибо большое. Это было реально очень круто. И песенка тоже, на самом деле, хорошая. Далее, второй кружочек голосования, который вы сейчас определите нам, что будет происходить, это Шиззи
против Силли. Вы же знаете, да, что у нас всегда голосование проходит по алфавиту. Либо это по алфавиту продюсеров, либо по алфавиту дизайнеров, либо по алфавиту артистов. И учитывая, что по алфавиту артистов тоже делает, сегодня будет несколько интересных противостояний, да, как вы понимаете, если вы понимаете, о чем я. Первая обложечка, вот это. Непонятно, что это за блог, естественно. Шизи, да, Friendly, сделавший обложку для альбома Friendly Tag Кристофор Коломбо. И Силли, сделавший обложку для альбома Мидиксов 2D World Prequel. Вот такая вот история, друзья. Что думаете по этому поводу? Абсолютно разные облоги, абсолютно разные обложечки, естественно. То есть говорить о том, что там какая-то там лучше, хуже, сложно. Они обе хорошо реализованы в своей истории. Абсолютно, да. То есть они здесь у нас пришел, да, Кристофоро Коломбо и, соответственно, Friendly Tag, да. Здесь у нас ребята тоже со своим концептом вот этого кролика, я думаю, вы вообще помните, да. Все вот эти вещи тоже обыгрываются, естественно. То есть обложки, в принципе, очень хорошо говорят о релизе, так или иначе. Вот, у нас есть 43 на 55. У нас есть победитель, спасибо вам большое. Второе аниме базовое. Не, бро, это не аниме базовое. Тут на самом деле типа приквел, да, история. Что половина этого лица, потом вот концепт здесь, вот концепт о том, что было, что происходило. И я, да, уже выиграл обложку номер 2, я поэтому могу смело рассказывать, я типа не рекламирую, да. Дело в том, что здесь история предыдущих релизов, здесь история с мерчем, здесь история с песнями, то есть это не просто какая-то типа там бам. Вот. Но на самом деле здесь была тоже очень крутая блога, и 42 на 56, если что. То есть, ну, это не вот так. И я согласен, в принципе, с этим результатом. Имеется в виду не в том плане, что победили Мидикса, я согласен, а в том плане, что победила обложечка, какая бы то ни была, с небольшим перевесом. Спасибо большое, Шизи. Очень крутая обложечка для Friendly Tag. Я думаю, что он кайфанул. В принципе, все, кто слушали этот релиз, они тоже кайфанули. Отличные облака. То есть, все это, в принципе, да, ну, то есть, отлично все реализовано, стилизовано. Кайф, спасибо большое. Но финальное голосование проходит обложечка Силли для Мидиксов 2D World Prequel. Далее, третья пара. Ну, хотел сказать интересно, но как будто у нас все интересно, да? Все, у нас реально все интересно. Ванек Регулар и Николай Талтыкин с обложечкой для Гонфлада и Ксенч с обложечкой для Кишлака с Хик 2. Сингловая облога, абстрактные облоги, сказал бы, что одинаково мрачные, наверное, нет, но в них есть жесть в обоих, так ведь? И мы, конечно, не старались это все поставить каким-то образом, типа вот мы специально так сделали, нет, оно получилось так случайно. Да, и вот у нас получилось здесь жестянка и здесь конкретная жестянка. Очень хорошо отображает трючок «Рапсодия конца света», да, и тут у нас то же самое. Сингл с альбома «Сборник хуйни и картинок 2», естественно. Вот, калиточка, да, калиточка у нас здесь 70% против 27%. Ну, принимается, на самом деле принимается, реально. Там есть история своя, она вообще дико соответствует тому, что происходит в треке. Плюс еще очень красиво подобран шрифт, отличная работа. Молодец. Финальное голосование проходит Ванок Регулар и Николай Талтыкин с обложечкой для Гонфлада. Большое спасибо Ксенджи, что сделал отличную обложечку для Кишлака. Финальная обложечка проходит вот это, да. Далее у нас еще осталось два голосования по... К сожалению, у нас есть некоторые облоги, мы не знаем дизайнеров. Одна из них такая, одна из них без дизайнера. Одна из них с дизайнером. С дизайнером у нас The Rock 485 для White Punk Мрачные тени 2. И без дизайнера, мы не знаем, кто это. Но это точно Maybe Baby Shorty.
Вот эти две обложечки у нас, в принципе, видите, как получается. Две предыдущие, там какие-то мрачные темы, да, жесткие. Тут у нас два персонажа, загримированных и замаскированных под образы очень интересные, да. Причем по центру два, очень круто. В чате появляется сейчас голосование, вы там можете сразу голосовать. Не отправлять сюда, а отправлять. Да, ровный замес, конкретно ровный замес. Ну, знаете, я, в принципе, согласен с вами, потому что они обе очень хорошо отражают происходящее, реально. Они обе очень хорошо отражают происходящее и концепты. Да, и концепты. По звучанию вот это. Здесь, конечно, сложно на самом деле определиться. Поэтому топите и голосуйте. Однозначно, уже неровно. 47 на 51, 48 на 50. Ну да, ушло на 3%, на 2-3%, да. 51% снова. Да, можем, в принципе, 51 на 48. Ну да, держится довольно стабильно. Спасибо большое, это был равный замес. Закрывайте голосование. Оно, в принципе, изначально так пошло. И 2-3% оно, в общем-то, по итогу 50% на 48%. Спасибо большое за рок 458. Это в целом было изначально сложноватое голосование, да, по понятным причинам. И финальное голосование. Хотелось бы понять, кто это нарисовал. Если вы знаете, кто это сделал, чья это работа, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите нам. Вот, спасибо большое. И заключительное голосование. Опять же, мы не знаем, кто это нарисовал. Если вы знаете, вдруг кого-то из этих двух ребят, вы можете, соответственно, с нами связаться и объяснить, кто сделал эти гениальные обложки. Обложка номер один. Обложка номер два. Вот. Единственное сходство, так сказать, в них, да, они такие в желтых цветах выполнены, да, в желтых теплых цветах. Вот, поэтому можете высказать свое мнение, проголосовать, что думаете по этому поводу. Паша Техник выиграет. Ну, возможно, да. Возможно, Паша Техник, конечно. Здесь у нас что получается? Тут у нас получается 68% на 27%. Пока происходит достаточно жесткая калитка. Вот. Спасибо большое за хорошие обложки. На самом деле, вот у Соды Лав, как мы говорили, две облоги, да, прошли. И с Вигиланты тоже прошла обложечка. Вот, но очень мемная, очень спасибо. Тоже не знаем мы, к сожалению, автора этой обложечки. Но очень интересно, очень мемная обложка получилась у Паши Техника. Суть, и это не просто типа рофл-рофл. Там еще есть суть определенная с этими этажами, со всякой вот этой историей. Эта обложечка проходит в голосование. Большое спасибо, да, за это. Это очень-очень хорошо. Качественные вещи. Далее. Соответственно, сейчас, подождите, без всякого далее, да, финальное голосование, которое проходит у нас в Бусти, конечно же, закрытом, без накруток и всего прочего. Обложечка, я буду называть релизы, чтобы у вас в голове они были, да. Для Love 6.6 VNV Forever, для Midix'ов 2D World Prequel, для Gonflada Рапсодия Конца Света, Maybe Baby Shaudi и Паша Техник что-то с чем-то. Вот, финальное голосование из 5 вариантов. Прямо сейчас залетайте. Далее мы переходим. Сейчас я попробую, чтобы это все заработало нормально, короче. Да, я там настраивал сцену, но я не знаю, насколько я ее настроил по итогу. И делаем мы вот так. Во-первых, да. Это во-первых. Во-вторых, первый клип. Бам. Что-нибудь произошло? Сейчас, подождите. Походу, дела нет. Сейчас. А, ну, конечно, оно не могло произойти. А так? Да, так произошло. Первый клип у нас клип LSP. Второй клип, клипец у нас Friendly Tag'a. Сладкий Snow Rapper 2. Смотрим сначала клипец Secret Place от LSP. Я навел это вот сюда для того, чтобы... Не было истории, да, немножечко посмотрим, вы освежитесь, в принципе, поймете, что это такое. 18, цифра 1, соответственно, это вот оно. Да. Мы здесь и заново не смотрим все, потому что, в принципе, голосуют и приходят люди, которые знают, что это за работа, что происходит, да. Что касается ребят, которые сделали это. Соответственно, у нас в противостоянии Лев Салиф и Мам, это только для фото.
Вот, по сути дела, это их зарубы в том числе. Вот, это первый клипец у нас, очень интересный, сюжетный клипец, с хорошим цветом, с хорошим светом, да, с концовочкой супер рафлянской вот этой всей истории, да, я надеюсь, вы помните это. А, далее. «Сладкий снов», Rapper 2. Никогда не ври тем, кого любишь, нах, секс, бэк, чё, круть тут, клюм, поднялись, прайм-тайм, свой ебичных студий, сантехники района, мы меняли тут трубы, балконы, подъезды, скажи мне, кто первый. Да, очень мягкий клип здесь тоже, да, очень хорошо покрашенный. Белки, красное лицо, моё цвета салфетки. Сладкий снов. Блять, нахуй фейков, есть еще рэп, мы докажем им это. Душа говорит только строго ван-тейком. Любишь их звук, парень, это подделка. Тот, Yo. Кто не приветствует левых. Да, и вот эта вся история мягенькая, плавная, ровная. Не хочу поднимать трубку, нахуй. Не хочу куда-то ехать. Да, очень спокойная, плавная, мягкая история. Let's go, друзья, let's go. Можете запускать, запускай, Дим, запускай. Цифра 1, цифра 2. Что думаете по этому поводу, можете высказывать, да, если у вас есть мысли, если у вас есть какие-то мысли касательно, да, касательно того, почему вы, да, голосуете так или иначе. Вы можете писать, да, вы можете писать, вы можете смотреть, можете кайфовать, да. Голосуем за клип, друзья, голосуем не за трек, естественно. Опять же, да, вы должны же четко понимать, вы же можете, да, это понять. Мы голосуем за клипы, клипы, то, что вам нравится. Так, ну я вижу, есть калитка сумасшедшая, с которой я категорически не согласен с точки зрения калитки, да, с точки зрения калитки. Я не считаю, что 64 на 33 с таким большим отрывом проиграл интересный сюжетный клип ЛСП. Вот, что касается здесь, да, все очень круто, очень мягко, клип шикарный, вопросов нет. Но калитка, не знаю, клип очень сильный и очень конкурентный. Спасибо большое, спасибо большое. Первая у нас пара есть. Спасибо большое, Лев Салив, ЛСП, Secret Place. Шикарный клипец, обалденный. Спасибо большое, что он просто есть. Финальное голосование проходит, шикарнейший клипец. Мам, это только для фото, Friendly Tag 52, Сладкий снов, Rapper 2. Следующее голосование. Так, ну вроде нормально, да? Вроде нормально, вроде работает. Вроде работает, вроде все в порядке, все вроде хорошо получается. Следующее голосование у нас. Родион Чистяков будет соперничать с Джексом. Гекс. Странный выбор вам предстоит. На мой взгляд, сложный. Потому что вам нужно будет выбирать между интересной идеей у Букера, я понимаю, и очень необычным монтажом здесь, да? То есть вот такой вот замес. А смотрим сначала. Букер, я понимаю. Смерть по псе! Смерть по псе! Музыка. Да. Во-первых, нужен закон об оружии, это раз. Короче, Ленинград город ничего, нам понравилось, мороженое тоже вкусно. Помните, да, эту идею, где Букер здесь работает? Генофонда Этноса. Надо призвать батюшку царя сделать президентскую республику с монархом. Короче, кушайте, пейте и гуляйте, пока живы. А то надежды на завтрашний день, да? Нету. Правильно? Конечно. Правильно, все. До свидания. Как он реально трудится и верит в наше лучшее. Но власть ебашит в голову, как ложь ебашит в уши. ГБшная ладонь никак не дрогнет над оружием. Я понимаю шлюху, что работает за кэш. Если не подставишь жопу, то сегодня не поешь. А хочется и дорого, и хочется пить жутко. И хочется так жить, чтобы забыть, что проститутка это ты. Я понимаю парня, что тычет меня ножом, что я должен поделиться. Да, то есть тут, в общем, идея. Вот такая вот история с идеей, да, с идеей. Здесь очень хорошо отработана история с динамикой. Короче, хорошо показан трек, да. Абсолютно разные клипы. Тут реально.
ты чувства щех, как тебе такое? Сознался, как разбогател, не двигаюсь на экономе. Мне нравится лишь мой мюзик, и никто кроме. Взял четверку, списался с Броуди, и я еду кроме. Твои комменты, бро. То есть вот такая тут история идет с фишечками, тоже со всеми делами. Крутой клип. Очень крутой клип. Очень крутой клип. Два сильных клипа. Голосуйте, друзья. Равный замес на самом деле. Вижу сейчас абсолютно равный замес. Понимаю вас прекрасно. Я вас понимаю, да. Потому что здесь кому что ближе. Кому ближе идея Букера, да, вот с этой фишечкой, ну, соответственно, там качество кадра сильно уступает тому, что происходит здесь. Здесь сильно уступает идеей. Вот и все. Поэтому здесь, конечно, такая, да, разница. Голосуйте прямо сейчас в голосовании. На самом деле довольно равный замес происходит прямо сейчас, да. 50 на 40... А, вот тут 52 на 46 стало. Кто, если вдруг не проголосовал, сделайте эту грязь однозначно. Будда по тренду и качеству лучше 100%, я согласен. Будда лучше по тренду и качеству. Здесь лучше по идее и какой-то актерской возможной игре, да. То есть клипы очень разные. Сравнить их очень сложно. Но они оба крутые, 100%. Так, что у нас происходит? 52 на 46. 52 на 46. Держится 51 на 47 и 2% не определились, да, у нас? Да? Можно закрывать. 51 на 47 стоит, в принципе, да. Спасибо большое, да, на самом деле очень хорошая реализация. Очень красивый, яркий клип. Джекс. Гекс, да, Гекс. OG Buddha Exonomy. Это было хорошо. Спасибо большое. Респект. Но финальное голосование проходит идея от Родиона Чистякова и Букера. Я понимаю. Вот этот клипец проходит в финальное голосование. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, ребят, голосуем всегда за клипы. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень важно. Не за песни, а за клипы. Потому что мы смотрим клипы здесь, да? Так, далее, интересная заруба тоже у нас предстоит. Заруба следующая у нас. Худяков Продакшн и Jordan Wi-Fi. Если быть точным, у нас Егор Крид была не была. Худж против обладает Бу. Худж. Да, вот эти два клипа. Сначала смотрим здесь. Алло. История тут, разговор. Помните, да? Фильм. Да, ну тут он парим полторы минуты, да? Все, отдыхай. Две даже. Даже три. То есть вы должны помнить, да? Должны понимать. Здесь идет целых три минуты кино. И нам рассказывают ситуацию. Такую, кое-какую ситуацию. Да. А я была, не была, тебя забывал, голую и дикую. Песня дерзкая, клип тоже. Сколько раз тебя бросал, как курить бросал, но напьюсь и выкурю. О, я была, не была, тебя забывал, голую. Да, и тут как бы, ну, драма, страдания, соответственно, происходит, хорошо показано, да? Картинка обалденная, от обоих людей показана драма и страдания. Вот, соответственно. Да. Ну, кажется, короче, всякая тема, да, он там с ума сходит, короче. Почти в отключке, как Свифт. Да, ну просто, соответственно, тут такая вот у нас драма, да, показывается на протяжении всего клипа, да. Очень интересный, на самом деле, клип. И у нас здесь тоже очень красивый, яркий, флексовый, репрезентовый, стильный клип от Облы. Два очень сильных клипа.
Смотря чем. Лутаю, как со мной, сука, слим в одну майке, как Эминем. Халки браслет, это тупо вложение. Могу опоздать, но не спрашивая времени. Замерзла водичка, это обморожение. Я еду по трассе, словил нарушение. Вокруг эти камеры, все ощущения. Я должен успеть, как такси Марселище. Плейс клаб, ты видишь на шее. Не можешь мне врать, ты не в том положении. Я изучил смету, оправдались вложения. На честном слове со всеми мошенниками. Украду этот праздник, линч. Зелень на мне, но не Ботега Винета. Да ты лихо пиздишь, но только до тех пор, пока не ударят по кепке. Ты знаешь, я мог быть в загоне недолго. Но чай на коне, он немецкий. Они ждут ПК-2 очень долго. Им точно нужно это кольцо, как невеста. Бля, я сейчас начну ТНК. Я не об этом. Хотят получить внимание, но этот левый шум не даст виральность. То есть фирменно дрип, движуха, динамика, цвет, кадры. Фирменный облак. Надо, он будет лояльный. У нас, с одной стороны, фирменный Крид на драме, на какой-то истории любовной. С другой стороны, у нас фирменный облак. Очень хорошо бы отработали в клипах. Шапки на вас, да вы пишете с фейка. Поэтому я сейчас начитан, как Томми с котлет. Это Энка. Дует, Витя надует бедно. Да. Ну, вот такая вот концовочка здесь. Вот такая вот история, друзья. Что думаете по этому поводу? Что думаете по этому поводу? Голосование уже идет, да? Голосование уже идет. И я вижу, в принципе, есть у нас... да, скорее всего, у нас есть победитель. Спасибо большое. 32 на 65%. Спасибо большое, Худяков Продакшн. Интересная история. Единственное, вот я говорил на разборе, единственное, что, возможно, слегка прямолинейное. Но, с другой стороны, это очень такой широкий поп-продукт. Да, наверное, что-то выдумывать более сложное не посчитали нужным. Тем не менее, клип очень хороший. Хорошо отыграли, отличные актеры, все супер, да. Спасибо большое. Финальное голосование проходит. Замечательный клип Jordan Wi-Fi. Обладает Бу. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо большое. Это очень-очень хорошо, да. Сильная работа, без вопросов. Далее. Двигаемся дальше. У нас четвертая пара, да. Четвертая пара голосования. И вот это. Лисанов у нас против Mama I'm Talented Production. Grapes, Clock FBI и White Punk снова. Смотрите, да, что происходит, короче. Бам-бам. Поняли? То есть у нас вот такое начало. Поняли, да? Начало у нас двух клипов, которые стоят по алфавиту и вместе попались друг против друга. Вот так вот они выглядят, короче. Вот, смотрим первый клипец. Grapes. Яркое возвращение представителей экс-грибов. Да, let's go. Очень такой атмосферный, насыщенный, я бы даже сказал, сложный и по-хорошему душный клип с часами, с временем. Да. Это мой день-день-день. Это мой день-день-день. Не, у Обла очень сильный клип, вопросов нет. Типа, если кто сомневается, вы ошибаетесь. Очень сильный клип. Но и у Крида тоже. Да, не надо обесценивать, это очень большая работа. Да. Здесь вот так идет, короче. Далее, потом оно переходит. Тысячу беру миллион. Ты бы не завидовал, увидев мой пятый. Проблемы набирают меня на телефон. Чтоб меня остановить, тебе сил не хватит. На мне черный костюм, забиваем все кейсы. Далее, тут потом переход происходит. Если кто-то вдруг не застал, гляньте. Такая концовочка. Да. И второй клип у нас, да, соответственно. White Punk снова. Тоже с идеей, тоже мрачный, жесткий клип. Больше без нее не
больше с ней не на ты. Я снова засыпаю под утро. Забыл снова подарить ей цветы. В квартире больше без нее неуютно. Такие, да, они достаточно, очень хорошо, что они друг против друга на самом деле стоят. Мрачные, да? Мрачные, жесткие. Да, то есть тут как бы, ну, не особо разнообразие локаций, но разнообразие, да, идеи и атмосферы, да, происходит. Такая вот история, друзья. Такая вот история. Что думаете по этому поводу? Как вам? Как вам оба клипа? Я не знаю, типа, выбирать между ними сложновато, да? Атмосфера мрачности, да, во втором. Атмосфера какой-то осмысленности и атмосфера рассуждений каких-то, да, ну, достаточно сложных с точки зрения времени, да, уцепиться как-то за это. Во втором клипе буквально одна локация, второй попроще будто. С панком прям кайфанул после зрения, альбом переслушать, может, зайдет. Клип, бро! Клип! Клип! Атмосфера. Сейчас, ну, у грибов поинтереснее или кто-то там, да. Вот такая тема. Есть победитель у нас? Да. Спасибо большое ребятам за яркое возвращение. Спасибо большое. Интересный, необычный клип. Интересный, необычный клип. Но финальное голосование проходит клипец White Punk. Спасибо большое. И, конечно же, Mom, I'm Talented Production. White Punk снова. Супер. Отличная работа. И заключительное голосование по клипам. У нас сегодня заключительное голосование по клипу. Дэм, ничего такие клипы, да. Ничего такие клипы, друзья. Очень яркие клипы, я вам скажу, с точки зрения даже каких-то коммерческих вещей. Миллион плюс просмотров у обоих клипов. Миллион плюс просмотров у обоих клипов. И у нас в финальном замесе Романов Продакшн против Sky. Ну, то есть, это такие, короче, тир-1 клипы, да, вообще, в целом, по бюджету и по всем делам. Бам-бам! Арут и Кизару, let's get it! И Токсис, конечно же, у нас здесь. Hurts. Смотрим, конечно же, сначала первый клип, да. Арут и Кизару, let's get it. Об этом слагали легенды. И никто не верил, что это может случиться. Ну, тут, соответственно, оно сплющено, поэтому... может получить безграничную силу. Ну, да. Давай, быстрее! Начало кровавой луны и планы. Тоже тут как у Крида, да, начало начинается, все достаточно серьезно. Он не волшебник, он сказочник. Сказание сбывается. О, неужели это правда? Это же Арон. Я смотрел все его разоблачения. О, Господи, это тот сказочник с предсказанием. Сам себе мейджор, 100 мультов на леджер. Бэйби на переднем, ламба и рефлекшн. Она так охуела, увидев всю коллекшн. Глаза стали большие, хотя и случай мучитель мой, когда толкает этот спич. Шикарные, да, шикарные визуальные эффекты. Отличный сюжет, очень мощный клип. С точки зрения работы Романова, с точки зрения работы ребят в клипе, это очень сильно. Много биви, я слетаю на котлете, это мой день, мы поднимаемся, я поднимаю фети, вошел в клуб, сутенер, я на белой субиете, я подальше от всех клеймов, потому что они дети. Money, power, я ограбил Рауа, мама начал рано хоу, и я начал с грамма, и мой кореш Рама, на мне луя монограмма. Это круто. Направил их на кал, эти шлюхи из Макао. Забрал твою жену, и я уже в нее макаю. Хочешь трахнуть чарты, я уже, блядь, это сделал. Я был за решеткой, сейчас свободен, как и пело. Только вверх, бич, больше не... Let's get it, bad bitch, let's get it. Настало это время, let's get it. Get money, fuck fame, let's get it. И мы забираем... Нравится, конечно, я сразу говорил, мне нравится этот клип. Вне зависимости ни от чего. Мне нравится этот клип и этот клип. И удивительным образом, да, то есть песни мне понравились одинаково не очень. Одинаково не очень. Но клипы очень крутые. Следующий клип у Токсиса.
да. Тоже и визуал, и идея, графика. Он в минимализме выполнен, да. Абсолютно две разные работы, супер профессиональные вещи. Почему ты с ним, а не со мной? Мне больно, ведь сейчас с тобой тусуется другой. Я говорю ей, иди, мне нужен покой. Я снова вою под луной, у меня траблы с головой. И ты DJ причина, Pain. Детка, да, я hurt. Running over, это машина. I don't know what you hurt. Я заливаю for эту тусина. Я не знаю, что ты слышала, но я могу сказать, это неправда. Я не да, могу вот такие, любить вот этих шалов. Ведь я люблю только тебя, и это факты. I can love no hoes, I can love no hoes, I can love. Ну, вот такая история, да. Здесь, короче, драма происходит, если что. Можешь запускать голосование, да. Детка, да, я hurt. Running over, это машина. I don't know what you're to see. Да, вот такая вот история. Чё думаете? Чё думаете, чат? Равный абсолютно, один в один голос даже идет. Давайте тогда пообсуждаем и поговорим. Даже один к одному голосу идет. Мы с одной стороны можем пообсуждать. Так, хорошо, если все так, значит мы смотрим клипы от начала до конца оба. Все, решено. И наслаждаемся. Да. У вас есть 7 минут, чтобы проголосовать. Об этом слагали легенды. И никто не верил, что это может случиться. А теперь он может получить безграничную силу. Да, ну, без рекламы только, да. Давай! Быстрее! Я должен успеть! О, берегись, бумаги, как это вообще могло случиться? Старинная легенда гласит, после кровавой луны появится он и заскамит все королевство. Но у лорда Кизара... По-прежнему 1 в 1%. У него были совсем другие планы. Очень ровно идут, один голос разница. Не волшебник, он сказочник. Сказание сбывается. О, неужели это правда? Это же Арон. Я смотрел все его разоблачения. О, Господи, это тот сказочник с предсказанием. Сам себе мейджор, 100 мультов на леджер. Бэйби на переднем, ламбоджи рефлекшн. Она так охуела, увидев всю коллекшн. Глаза стали большие, хотя малышка Asian. Ты видел мои блинги, твои блинги, они садика. Выглядят нелепо, будто их прислали салика. Видел больше чисел, чем учитель математики. Я тусую в Гайя, бич, они тусуют в падике. Рядом твоя бич, она уже не твоя бич. Я не Гарри Поттер, но поймаю тебя с них. Большие стопки, Биг Рекс, я будто Биг Мич. Они все в ауху. Когда толкают этот спич. Это флэс, много Виви, я слетаю на котлете. Это мой гинг, мы поднимаемся, я поднимаю фети. Вошел в клуб, сутенер, я на белой субиете. Я подальше от всех клеймов, потому что они дети. Money, power, я ограбил Рао. Мама начал рано хоу, и я начал с грамма. И мой кореш Рама, на мне луя монограмма. Теперь я выебу любую суку с инстаграма. Minute after minute, hour after hour. Fat blunt плюс 12 лет макала. Направил их нокаут, эти шлюхи из Макао. Забрал твою жену, и я уже в нее макаю. Нет, я не нею, сука, продаю ее. Да, я real player, выиграл эту лотерею. Эйо, дэм, и я трахнул твою фею. Нахуй всех, кто говорил, что не сумею. Хочешь трахнуть чарты, я уже, блядь, это сделал. Я был за решеткой, сейчас обойду. И чё там в чате происходит? Бля, вы чё, угораете, что ли? Ровно вообще, один к одному голоса. Ровно, абсолютно, ровно. Короче, как только второй клип закончится, Дим, вот полностью, я скажу стоп, да? Сразу закрываю голосовалку, вне зависимости ни от чего. Рады вас приветствовать на финале Кубка 1 МС Видича. Сегодня...
она не хочет пропускаться, вот, блять, никак, да. Fame, let's get it. И мы забираем банк, let's get it. Let's get it, bad bitch, let's get it. Настало это время, let's get it. Get money, fuck fame, let's get it. И мы забираем банк, let's get it. Let's get it, bad bitch, let's get it. Mi amor, tuve una pesadilla que flipas. Estoy en un castillo con un dragón, con mi amigo, soy profesor de magia. Я, говорит, приснилось, хуйня, говорит, занимаюсь полной, типа, бля, фломастера пародирую, блядь. Рекламирую казино. Это un publicidad por expert. Рут, мальчик, который зачитал. Ну, вахуй, вахуй. Молодец. А, клип номер два. Let's go. Почему ты с ним, а не со мной? Мне больно, ведь сейчас с тобой тусуется другой. Я говорю ей, иди, мне нужен покой. Я снова вою под луной. У меня траблы с головой, и ты причина. Детка, да я hurt, 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 hurt. Running over, это машина. I don't know what you hurt, 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 hurt. Я заливаю for это тусина. Я не знаю, что ты слышала, но я могу сказать, это неправда. Я не могу любить этих шала, ведь я люблю только тебя, и это факты. I can love no hoes, I can love no hoes, I can love no hoes, I can love no hoes. Я словно Santa Claus, в пакете много соус, а вокруг много hoes. Что по голосованию там происходит? Пиздец, блядь. Чё? А чё, ты закрыл, что ли? А зачем ты закрыл? Ладно, пусть, давай, короче, закинем оба в голосование. Ну, это пиздец, потому что, давай, тут непонятки получились, короче. Здесь два голоса. Закидывай оба в голосование, реально. Потому что, ну, нихуя непонятно абсолютно. Закидывай, да. Закидывай оба в голосование, закидывай. И там пусть решают уже там, реально. Я думаю, это будет справедливо. Тем более, тут какие-то непонятки, короче, по вот хуйне по голосованию у нас, вот это все. Пусть выберут ребята в закрытом телеграм-чате. Пусть будет 6 клипов. Вот, и пусть будет норм. Я думаю, это будет справедливо. Что я думаю по этому поводу, вы не узнаете пока, потому что... Так, там какая-то хуйня сверху, да, у нас? Что это такое вообще, блин, непонятно. Непонятно, ладно. Бам. Стало понятно, что нихуя непонятно. Да. Стало понятно, что нихуя непонятно. Так, мы делаем это вот так. И вот так возвращаемся. Да. Гениально. Таким образом. У нас 6 клипов в финальном голосовании. 6 клипов в финальном голосовании. Friendly Tag. 52. Сладкий сноу рэпер 2.
Букер, я понимаю, обладает. Бу, White Punk, снова. Орут Кизару, Let's Get It, Toxis, Hurts. Вот такая вот история. Делайте грязюку, заходите, делайте грязь. Так. А мы двигаемся дальше. Так, сейчас, секундочку. Нет, вот это вот так. Сейчас, секунду, друзья. Тут просто миллиард окон открыто. Я хочу их все позакрывать, чтобы они не мешали. Да. Все, вот теперь все кайф. Двигаемся дальше. У нас осталась очень интересная тема. Раз, два. По трекам. Да, у нас осталась очень интересная тема. Продюсер месяца, друзья. Продюсер месяца. Нам нужно было убрать 4 трека. Смотрите, что у нас происходит. В продюсерах месяца. В продюсерах месяца у нас происходит следующее. Вот они, да, продюсер месяца. И нам нужно было для 10, так сказать, оставшихся, нам нужно было убрать 4. Первый, который мы убрали, это бит, реализованный на общее впечатление 4. Соответственно, мы не можем понять, насколько хорош и рабочий бит, если артист его не реализовал полностью максимально. Поэтому бит, реализованный на общее впечатление 4, первый бит, он был убран нами, да, это бит номер 1. Далее, мы сравнивали битос Вигиланте, Осы, с битосом от The Dollars. Такие олдскульные биточки. Не совсем корректно, конечно, их сравнивать. Вот этот бит вот с этим битом, вот этот вот с этим. И победу одержал вот этот бит, как более интересный. Соответственно, Вигиланте Soda Love не прошел тоже в голосовании. У Velial Squad было 2 бита. То есть у них есть Берсерк, да, MIP, OPT, Velial Squad, да, и тут MIP, Velial Squad. Соответственно, Берсерк против Dead Walking, Dead Walking забирает в калиточку. Соответственно, остался Dead Walking. И у нас остался еще один битос, который мы сочли достаточно ровным и пустоватым против остальных битосов. Это битос Криспи, психолог. Хороший бит, но в сравнении с другими битами, тем более подобного типа, он уступил, к сожалению. Таким образом, у нас осталось 10 биточков. И первая пара, с которой мы хотим вас познакомить, первая пара биточков звучит следующим образом. Это The Marks. Смотрите, ребят, напоминаю, голосуем в этих номинациях исключительно за биты. За биты, да. Забиты. The Marks и Mitu. Ну и еще White Punk тоже, да. Сделал бит. Интересно бы для кого? Для White Punk манеры я помню. Бэм. Битос, да. Пролистаем. Очень интересный здесь. С альбомчика Мрачные тени 2. Если я приезжаю, я вспоминаю, что делаю. Как мы ночью дела провернем, как мы ночью горели огнем, все правильно. Лишь делал тот клад, как любой мой стеку был рад. Я буду показывать, да, разные моменты. Меня везет Jaguar, желудок с ювелирки, хоть не дэнс. Осталось чуть-чуть, я куплю маме новый бенз. Курю так много, и я забываю, что такое стресс. Буду этим жить, пока меня вставляет весь этот процесс. Вот такое это, да, сумасшедшее разнообразие инструменталов. Здесь тоже концовочка аутро. То есть очень такой, да, сложный, очень сложный битос на самом деле, очень разнообразный. Против Флекстейси. Для кишлака я утонул в своей ванной. Очень хороший бит тоже на самом деле. Очень хороший. Вот он, бит номер 2. С альбома также с Хик 2. Да. Привет. Когда вернешься, не будь.
чтобы вы понимали, да? Ну что не все так просто, короче. Такая вот история. Let's go. Стараюсь моменты показать быстро, да? Нагар, я не танцор, но очень люблю, когда мы не танцуем. Такая тема. 63% на 36% проходит первый бит. Большое спасибо, Флекс Стейси, Кишлак. Я утонул в своей ванной. Спасибо. Хорошая песня, хороший инструментал. Но я согласен с вами, что финал должен проходить более сложный, более насыщенный бит от The Marks, Миту и White Punk'а для песни White Punk «Манера, я помню». Спасибо. Достойный выбор. Базару нет. Далее. Тоже очень интересное противостояние. У нас идет в следующем. Fort Knox Rockets. Нет. Fort Knox Pockets и Skittles Beats. С биточком для многознала, родная, против Мипа. С биточком для Valio Squad. И Мип Dead Walking. Это первый бит. Вот, бит. Поняли, да, тема? Они еще стоят по алфавиту, еще они тут немного там фонком отдающие оба, да? Такие легенько. Ёбнутая очень пара. Очень отличный, глубокий, чувственный, да. Завораживающий фонд. Вот они вдвоем. По алфавиту, прикиньте. Да, там вот этот вокал очень хороший играет сэмпл. Такая история. Просто я почему не заостряю? Ну, потому что как бы переходиков особо нет. И Dead Walking, да. Все, вот они, два таких бита попались, короче, да? Вы слушаете, ну, ковбельчики, типа, бетонка, да. Ну, суть понятна, да. Мы те, кто испортит уикенд, это триллер был там лиды. И мне останьте щетки, то это был на пожеванной пленке. Трены живут тебя острым тонким, я иду медленно завидать волком. Чейсим, воздерешь мобили, лучше беги, если хватит зим. Бог простит, но мы не простит, ты летишь, ему так купишь мир. Да ведь я был этим дилом от Роди, она не против дать тебе свой плотик. Велел орден, мид на проде, студия склет, пишусь на болоте. Мы сколотим тебе копы, скажем в новом треке. Да я в коже бою на переходники, да? Замолвит на тело, а куда не твое? Скандинавский голод грядет, грядет Рагнарёк, значит я хватаю мол. Родной, не возьму напрасно, родной, сожалеть бросаю. Я помню, как тебе сейчас там жить, тоже был самый лес остал. Пусть эта битва чит за нас, все бывает не напрасно так. Пусть эта битва чит за нас. Есть у нас победитель. Есть у нас победитель. Спасибо большое ребятам из Valial Squad. Спасибо большое Мипу за битос. Отличный битос. Респект. Но финальное голосование проходит Fort Knox Pockets и Skittles Beat с биточком для многознала родная. Согласен я с вами. Да. Я с вами согласен. Там, конечно, по большей степени Valial Squad забирают подачи. Вот, поэтому я думаю, вы правильно выбрали, да. Далее, двигаемся дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас Midix, которые сделали для кого-то бит, да, ну, естественно, для самих себя, и Morio, который сделал бит для маленького ярче трека Fire. На самом деле, страшное, да, вам предстоит, очень страшно вам предстоит выбор. Вот, допустим, первый трек еще вчера. Так, ну вот так, чтобы понятно было, что играет, да?
Наверное, так сделаем. Да. Это один. Это очень сложно. Да. Что приходит не громко, такая вот тема, да? И следующий трек. Очень интересно совмещение, да, маленького ярче. Обволакивающие, абсолютно разные биты. Очень разные. Абсолютно разные биты. Что вы будете делать голосование, понятия не имею. Ну вот вы тоже, да, понятия не имеете. 49-49. Значит, слушаем еще разок. Так, 49-49%. Вы же видите, да, что играет вот это? Ну, пульсирует точка, да, типа. Сыграет этот. Танцуй, как последний раз. Разбей асфальт. Танцуй, как последний раз. Танцуй, как последний раз. Лейся, как водопад. Одинаковые голоса, да. Так, короче, хорошо. Значит, сейчас я слушаю с половины этот битос. Так, сейчас не с половины, наверное, минуту, да, мы слушаем от середины до конца. На 1.45 здесь я ставлю. По минуте слушаем каждый трек. И что, ну, последнюю минуту, скажем так. Да. Двух треков. Чтобы там мы начало слушали, чтобы концовочки слушали. Сейчас слушаем другой трек. Да, и второй трючок. Сколько у нас идет? 2.24. С минуты 24. Соответственно, с минуты 24 мы слушаем. Никогда не чувствовал себя так.
последний раз. Ты танцуешь, будто пьяна. Я просто вижу тебя, baby, я забываю. 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 Голосуйте каждый, каждый голос сейчас реально учитывается. Каждый голос учитывается. Имейте в виду. Да. Осталось 10 секунд. Стоп. О, ну вот там 4 голоса хотя бы разница. 49 на 47. Спасибо большое. Это был серьезный замес на самом деле. Спасибо большое Морио для Битоса маленького ярче трек Fire. Это было реально очень интересно. Но финал проходит Мидиксы. С треком еще вчера и битом для Мидиксов, соответственно. Поздравляю, спасибо большое, ребят. Реально очень интересная история. Молодцы большие. Двигаемся дальше. Панк и Ski Pass у нас есть для «Обладает проклятие». Let's go. Бэм. С альбомчика «Обладает». Йоу, я рекламный баннер, факт не со мной, по-любому ты апнешь. Но если ты дау, то не звони мне, если не про бабки. И тебе нужен бартер, обла Ниссан, то не даст тебе клаут. Они меня знают, это проклятие или подарок. Это проклятие или подарок. Да вы заебали, это проклятие или подарок. Ёбнутый это проклятие или подарок. Это проклятие. Да я много знал, много задач, плюс мало спал. Алис тут, никто не поверит. Сет пальцы, как случилось, ты в шап. Такая вот история. Против выступает у нас. Решай за меня, Кок. Очень сильный бит, совершенно другой. Музыка в чистом виде тоже. Очень сложный выбор вам предстоит, пиздец. Ты не понимаешь, бесов, что это такое? Что это такое, родное? Абсолютно разные по вайбу, да? Абсолютно. Решайся меня, давай решайся меня. А ты чай за меня. А ты чай за меня. Но все мои загоны, как Зейн, а я твоя Карина. Let's go. Что думаете по этому поводу? Красный, это факт. Не спалил пацанов, но я выдал базу. Это да, игра в руках, как Nintendo, баста. Рекламный баннер, факт не со мной, по-любому ты апнешь. Но если ты дау, то не звони мне, если не про бабки. И тебе нужен... Не было бы стрёмно, что вот-вот буду на финишной. Отдал бы я больше в семье. Но все мои загоны от того, что я не вижу. До смеха очевидных вещей. И когда бокал еще писался шифонет, не понимал зачем, я только что потел. Я клуб удар, как Тайгер Вудс. Чел стал лайт, когда я сказал, прояви лояльность. Я не хавал гадость, сначала набрал себе энс, как наггетс. У тебя нет бумаги, ты просто решил, что все продались тут. Это чистая сделка, я не заляпаю кеды. Зашел в эту грязь, но я ушел не за... Есть победитель, есть у нас победитель. Спасибо большое Коку, спасибо большое за шикарную музыку в новом альбоме. Спасибо большое за трючок «Решай за меня». Очень хорошая работа, но финальное голосование у нас проходит битосик Скипаса и Панка для «Обладает проклятие». Спасибо большое, очень крутая работа. Но тут мне тяжело выбирать, потому что я вообще в целом очень большой любитель такого стиля, а у Куока, у него, ну, более экспериментальная все-таки музыка. Я, конечно, бы тоже отдал однозначно, да. Обладает. Слушаем внимательно. Бэм. Битос. Первый битос. Technology Beats.
я в нем лечу ANTFL, U-Double, DTV, граффити, индиго. Дым, мы висим дико-дикости. Серотонин максимум, дело синизировал. Мудил, дела и стимул, ритм, стих, мы висим дико-дикости. Я в нем лечу ANTFL, U-Double, DTV, граффити, индиго. Дым, мы висим дико-дикости. Серотонин максимум, дело синизировал. Мудил, дела и стимул, ритм, стих, мы висим дико-дикости. Дроп нам нужен, да? Против. Второй скипай сразу. А ты послушай, бро, для начала. Моя броня — это бомбер. И когда клуб переполнен, выметайся на пить. У нас сегодня спортник. И замени, когда суров бит. Ты смешон, как перевод топлен. Мы на глубине потисков не затоплен. Но временами наглухо отбит. Суну руку под фамуку, ей хорошо. Пиншоу подошел к ней, да. Звучок не пластик, фантастик. Ментали ил под печкали пит. Мед тормозит тебя, превышай спит. Скинь паразит тебя, поджигай нитро. Эй, фантастик. Ментали ил под печкали пит. Мед тормозит тебя, превышай спит. Редко лишь один ответ, это то, что крутит планет. То, что крутит планет. Дым гуляет по небу, поджигаю раки. А тут ты танцуешь так, редко тебе нужен рудик. Звук больше друг плюс это волны. Кривышай спит, скинь паразит. Мы уважаем лишь старые тачки. Позики в бардачке. Взял ей шоколадку на сдачу. Но я не пойму зачем. 9,5 бензин, 95 Air Max. На обе ноги хулиганы. Есть у нас победитель. Большое спасибо ребятам, я очень рад, что я заметил этот трек в целом. Доллес, Доллес и Твет, фантастик, спасибо, шикарная работа. Но финальное голосование проходит Technology Beats для Гонфлада, Рапсодия конца света. Спасибо большое, очень сильный бит и очень сильная песня, в том числе, да. Это очень интересно, респект, спасибо большое. Сейчас, секундочку. Секундочку, перейдем к следующей номинации, которая называется у нас... Называется у нас следующая номинация, это хит-альтернатива, друзья. Хит-альтернатива. Короче, у нас 11 треков было. У нас было 11 треков. Сейчас вам покажу. Вот, у нас 11 треков. Хит-мейнстрим, хит-альтернатива. 11 треков. Убираем мы очень просто. Мы высчитываем базу сначала. То есть, учитывая, что это тем более альтернатива, но и в мейнстриме в том числе, мы считаем базу. То есть, сколько трючок набирает в основным параметрам без множителей. Да. С минимальной базой оказался трек Куока «Решай за меня». С базой в 34 балла. Вот если посмотреть сюда, минимальная база 8, 8, 9, 9. Оказался трючок Куока. То есть мы тут не смотрим ни на множители, ничего, да, ни на трендовость, ни на вайб. Сначала мы смотрим базу. Соответственно, трек с Куока оказался с минимальной базой, поэтому мы убрали его. И все. Остальные все треки присутствуют здесь. Слушаем внимательно. Слушаем внимательно, что у нас есть. Первый трек «Я утонул в своей ванной». Вы уже слушали сегодня эту историю? Да. Ты лови гусячьи слушали. Лапки. Я пролежу тогда второго утра. Я так устал от социальной давки. И второй трючок у нас «Психолог», «Криспи». Вы его не слышали сегодня еще. Сегодня день, когда я твой психолог, депрессии нет. Я выдумал за треки, да. Убежать далеко. Тут голосуем за треки. Просто то, что вам нравится. Все. Надолго рядовые мысли, тупые загоны. Так сильно похоже все на постанову. Звучит так же тупо, как чел говорящий, что он независим, не спит без косов. Зови его братом, пусти к себе в хату. Поставь фотографию с ним в свою рамку. Но в день, когда ты будешь думать о смерти, придет смс, что сегодня он занят. И пусть на тебе дорогущий дизайнер. Пускай на тусовке вселям. Сделай погнали. Так, парень. Погнали, запускайте. Сигареты, зуба, курю прямо за МКАДом. И кладбище больше меня не пугает. Страшно, что близкие не навсегда. У тебя я утонул, человек в своей ванне. Утонул в своей ванной.
навсегда, и ты будешь плакать, смотрю на фотографии. Ладно, закончим на этом, я вижу тебя, загоняю, но только прошу тебя, парень, пожалуйста, сделай как надо. Да, оба атмосферные альтернативы, да? Тут такое есть, если чё ещё, да? Если чё, чтоб вы понимали, да? Альтернативу Криспи, да? Да. Вот такая вот история. Так, у нас есть победитель 45 на 52. Да, спасибо большое Кишлаку, спасибо большое, очень хорошая песня, реально. Но финальное голосование проходит трючок Криспи, Психолог. Наверное, я согласен с вами. Наверное, я согласен с вами, да. Далее. Забавно получается, что... Скриптонит у нас постоянно встречается с ребятами из заказов, так сказать, да, со своими треками. Из донатных треков, которые тоже делают очень сильные треки, да. Датласт, Скриптонит, Тайока и Бэкпот. Да. Тут сложно как-то мотать, да. Когда часы созданы тебе, когда им объявят цены, когда будут скидки, я куплю их все. Я хочу купить их все. Если не хватит, я ограблю банк, куплю танк, запишу, не докурю, и рано утром я возьму их все. Говорить, я возьму их все. Держу руку на пульсе. Шесть мёрзл, я как на Северном полюсе. Заебала ухмылка, но не могу дать её поносить. Я живу в одном и том же. Я живу в одном и том же. Говорю тебе, я куплю их все. В общем, вот. Второй трек называется «Странное исполнение TMNV «Пустые зеркала». Иди ко мне, я обниму тебя, закрыв глаза свои. Я умоляю, только ты не уходи. Я знаю, что мне на все это хватит сил, но в итоге одни пустые зеркала ранило меня. Это темнота, я хочу жить, а не выживать. Мне кажется, это уже рофл, да, типа какой-то начинается, но с точки зрения того, что типа, блядь, Скриптонит против трека донатного, да? Типа ха-ха-ха, да? Да, скорее всего, такая хуйня тоже может иметь место быть. Это очень глупо. Угу. С другой стороны, да, второй трек ёбнутый, да, я согласен. И эта музыка сложноватая. Трек дотла сложноватый. Второй трек очень сильный. Пиздец сильный. Мы не просто так добавили его на самом деле. Каждое утро я думаю только о ней. Это сложный трек, да? Сохрани. Да, сложный очень. Все на копеечки, да. Тютелька в тютельку, в доллары переводи не спеша. Подруг...
другой вообще вайб, да? Да. Нас, детка, ты класс. Ты номер один, а они все всего лишь балласт. Не надо бояться терять. Снова стал гостем непрошенным. Снова сны меня сводят с ума, кидая мне призраков прошлого. Я снова выжил, пройдя через боль. Но что же мне все равно то, что так. Я продал душу бы за свой покой, но моя стоит слишком уж дешево. Полголоса. Да-да, вообще дело не в артистах абсолютно. Ну просто, бля. Окей, окей. Закрываем голосование. Закрываем голосование. Проходит трек номер два. Типа, для меня просто здесь, да, вообще, типа, на порядок. То есть это типа как вообще хуй знает, что слушать, да? Просто, ну это очень вкусовщина. Это проблема, да. То есть это вкусовщина. Очень сильный трек. «Пустые зеркала» охуенный трек, реально, ребят. Но типа дотла трек для меня просто вообще безумно пробивающее качество. Просто, которая нахуй деклассирует, вообще без шансов просто. Просто без шансов, реально. Но второй трек очень понятный. Ну, типа, вот такой темы, да, бля, при всем уважении, 10, бля, треков можно найти, да, вот из нашего плейлиста. «Скриптонит» дотла — это пиздец, пиздец. Ну, типа, это вообще, да, просто разного уровня для меня треки. При всем уважении к ребятам, да, это пиздец вообще, просто пиздец. Ну, окей, окей. Категорически не согласен, но вы сделали свой выбор. Спасибо большое «Скриптониту» за, блядь, пиздатейший трек, просто охуенный трек дотла. Но финальное голосование проходит трек «Пустые зеркала» от странного исполнения. Спасибо большое. Альтернатива. Это и то, и другое альтернатива. Электронщина, электронный поп и история с альтернативной музыкой, роком. Это все именно оно. Поэтому все норм. Да, скрип — это альтернатива, бро. Это не мейнстрим в целом. Слушаем дальше. К сожалению, трек «Скриптонита» не прошел. Ебано. Но так бывает. Слушаем дальше. 13 карат без меня и ЦМХ, я люблю тебя. Let's go. Худыш. Последний раз ее увидеть, обняться или проститься. Все мысли о тебе, это мысли самоубийцы. Скоро прольется дождь, так низко летать птица. Я смело набираю высоту, чтобы разбиться. Как ты? Охуевшие треки оба. С альбома еще одна ночь, 13 карат. Не хочется проснуться, больше не засыпать. Каким ты стал человеком? Я правда хотел стать. Меньше боится крыши, тут мальчик хотел летать. Но он уже высоко, и вам его не достать. Я снова мучаюсь ночью. Заебал, станет хуже, знаю точно. Никто меня не ищет, никому не нужно срочно. Перезвони, прошу тебя, пожалуйста, пока. Я сверху не смотрю. Да. Ну, как бы, вот, да, о чем я говорил. Охуенный трек, вопросов нет. Следующий трек — «Я люблю тебя», ЦМК. Раскрой мой грех, пустоте. Что забыл? В твоих глазах вижу свои глаза.
другой дроп. Победитель, большое спасибо, 13 карат, без меня, тречок, очень сильный, очень интересный, в целом спасибо за релиз, за альбом, но финальное голосование отправляется CMH, я люблю тебя, спасибо большое, идем далее, далее у нас Мостальгия, Lockdog, let's go, с альбомчика, совместного с Фарычем, да, yeah. Ты поймешь нас. Yeah. Наше счастье лишь в спасении тонущих. Звуки вечеринок заглушают крик о помощи. Тут все сломано, но когда-то будет здорово. А пока нам все равно, мы гоним и наборы в Ламборгини меньше, чем гона в моей кабине. Бог видит, что мне не нужна богиня. Книга рекордов Гиннесса не пишет, сколько я не спал. Да ладно, это фан. Угорю с теми, кто знает как. Жизнь взлетает, а порой динамит. Меня не парит, как себя вплести в орнамент вечности. Перед кем-то выглядит покрасивее. В запасе только день, я потрачу его на друзей. Против тречка, который вы слушали. Медиксы. Еще вчера. Очень сильные оба. Пиздец вообще. Не знаю, реально. Тут хуй знает. Достойное сопротивление. Да. Нас разделит раны. Достойный замес. Конкретно вам чтобы говорю. Заценить свободу, воздух объяснять не стану. Думаю, ты все и так поймешь. Ты не кайфанешь, говорили мне. Все старшие торопливо собирались на работу. Ты там пропадешь, а я им отвечал. Посмотрим, и все посмотрел, а после там я и пропал. Увы, мы все были правы. Я так хотел бы быть серьезным, как они. Но у меня в голове что попало. Времени так много, но по итогу так мало. Тут строят планы и не видят беды в зеркалах. В итоге умирают в торопях, пополняя баланс. Разбросаны по свету мы потерянное поколение. Отражаю зло щитом смирения. Все то, что угрожало мне, сюда меня и привело. Держи мое крыло, мы полетим с тобой над серыми высотками. Круто, крутая песня. Да, мне просто хотелось ее немного послушать. Это было пиздато. Калитка, да, у нас тут, с которой я не согласен категорически, потому что песни очень сильные для разного момента. Да, абсолютно. 77 на 20%. Охуеть. Песни очень сложные, песни очень жесткие. Они работают. Да, калитку не согласен, 100%. Пиздатейший трек от Lockdog. Ты поймешь нас. Очень сильный. Спасибо большое. На финальное голосование проходит тоже не менее сильный трек от Миниксов еще вчера. Спасибо большое. Это было хорошо. И финальное голосование в хит альтернатива. У нас финальное голосование. Сейчас посмотрим, что это. Да. Слушаем внимательно. Soda Love. Vigilante. Бэм. Let's go. Полгода без дури, но я сейчас на футбоксе.
Нахуй твой женский рэп, как фит Лилузивер, да не Лилузивер. Типу не по себе, его трясет, как куклу пусик. Это не ебутся так же, как читают рэп. На полторы минуты трек, один куплет. Малышка, как прицел, положил глаз на эту дырочку. Выручку вложу лишь девочку, что молоко вольет моих детей, как в крыночку. Ну а пока такой не размучу, навряд ли вымучу. Желание тратить деньги на ветер, тупо ради мгновения. Чувствуя себя, как вертел, не скрывая намерения. Просто я сразу заметил, как ее соски набухли от меня в моменте. Сука клеится ко мне сама, как будто я в моменте. Sorry. Против Dollars & Tweed Fantastic вы уже слышали сегодня эту работу. Да. Очень разные треки. Моя броня это бомбер, и когда клуб переполнен, выметайся на пить, у нас сегодня спортник. И замени, когда суров бит, ты смешонка, перевод топлен. Мы на глубине, потисав, не затоплен, но временами наглухо он пит. Суну руку по фамуку, ей хорошо, блин, что подошел к ней, да. Звучок не пластик, фантастик, ментали ил под печкали пит. Мне тормозит тебя, превышай спит, скинь паразит тебя, поджигай нитро. Хей, фантастик, ментали ил под печкали пит. Но я не вы, носи мои мобили, только номера родных. Не выноси обиду, свет из темноты. У нас есть департаменты, пиздежай, там давно уже все знают, кто ты. Мое музло для аутсайдеров, таких же, как я. Не для тех, для кого голос правды тише вранья. У спину дышит маньяк, крики овец, увы, оставил без внимания. Ментал возит тебя, превышай спирт, скинь паразит. Мы уважаем лишь старые тачки. Сидеть в бардачке, взял ей шоколадку на сдачу. Но я не пойму зачем. Эй, 9,5 бензин, 95-й Air Max, на обе ноги хулигана посиди. Чё веди себя красиво, на нас палит немезид. Мы не спали пару лет, давай закапаем визит. Моё музло для аутсайдеров, таких же как я. Не для тех, для кого голос правды тише вранья. У спину дышит маньяк, суд не газета, но его обходит стороной статья. Позор своей семьи, не пизди, что у тебя отсутствовал выбор. Свои 30 с хуем, ты все еще барыга. Я бы понял, если бы ты не долбил дерьмо, что продаешь. Но у тебя есть сын, какой пример ты ему подаешь. Такая вот история. Есть у нас победитель, есть у нас победитель. Спасибо большое Соди за Вигиланты, очень хорошая работа, респект, это было интересно. Яркий трек, очень яркий трек от ребят, да, The Dollars и Tweed Fantastic. Проходит финальное голосование, спасибо, спасибо большое, спасибо. Переходим мы, хит мейнстрим. Очень интересное на самом деле тут противостояние. Много интересных противостояний. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот история у нас здесь была, да? Вот такая вот история. Очень много треков надо было нам убрать отсюда. Очень много треков, да. Ну, если быть точным, не прям совсем очень много. Ну, 4, да, так или иначе. Что мы сделали? Мы высчитали базу. Опять же, да, базу. И вычеркивали треки с самой минимальной базой. 4 нам нужно убрать. Итого мы убрали следующие треки. По базе мы убрали Джанага, GH и Ари, Тайна. То есть вот этот трек мы убрали. Здесь мы убрали. Да. Далее мы убрали Velial Squad, TSBO 5 и MIP Berserk. База была 37, тренд 4, харизма, индивидуальность 9, да. Вот этот трючок отлетел, вот этот трючок отлетел, да. Из-за девяточки, которая рядом с пятерочкой, да. Далее у нас отлетел трючок Friendly Tag'а 52, Lost Angels с базы 37, да. И реализацией 9. Вот здесь. Так, сейчас. Так, так, 37 база, тренд 4, харизма, индивидуальность. Так, а многознал, сейчас, секунду, секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. 10-8, да? А здесь 10-9. Так, 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 так. Раз, два, три, четыре. Получается, многознало.
Многознал, да, многознал тоже, да, отлетает. Многознал отлетает, и Friendly Tag отлетает за счет реализации 8-9, да, да. Джана говорил, Squad, Friendly Tag и многознал, да. То есть здесь, да, у нас за счет реализации 8 отлетает. Здесь за счет реализации 9. Здесь за счет харизмы 9. Ага. И вот здесь, да, за счет базы. Да, то есть эти 4 трека у нас, к сожалению, не представлены на итоговых номинациях. Да, премия запаздывала, не бро, совсем не запаздывала, абсолютно нисколечко. Так, слушаем, очень интересная пара, на самом деле, первая. Так, сейчас, секундочку. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, да, сейчас. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да. Слушаем внимательно, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть «Розами» и «Была не была». Егор Крид и Алена Швец. Здесь это выглядит вот так. Да. Вот они рядом. Вот по 86 баллов они набрали. Ведь ты обещал мне, отчаянно клялся, любишь лишь меня, а не модели из глянца. Как странно, поверила дура, что тебе важна душа ничья. Ты по харизме индивидуальность 10, у Тага 9, да? Белое платье выброшу с моста, ведь так красиво летать им. Фата соврала, церемония слез, теперь звонит курьер, там 111 роз. Ты приводился к этой девушке домой, потом передо мною изменялся розами. Кроваво-красные бутоны и шипы, их ядовитый аромат опять ползет по стенам. И была не была. А я была не была, тебя забывал голую и дикую. Сколько раз тебя бросал, как курить бросал, он напьюсь и выкурил. Почему харизма главный показатель? Потому что в музыке харизма главный показатель. При равных остальных прочих. Сколько раз тебя бросал, как курить бросал, он напьюсь и выкурю. Мокрый асфальт смоет твои следы, больше тебя не найду. Уже наплевать мне, где с кем ты, я в одного пропаду. Пока спят все, фонари гаснут, мимо блоков домов потерялся. Ты не тига, да между пальцев, но я завтра бросаю. При равных баллах, при равных баллах, харизма важнее реализации. Вот сам представь, какой ты трек будешь слушать, охуенно математически выдраченный или харизматичный. Но общее впечатление и на восприятие решает харизма в любом случае. Да. А реализация уже дальше идет при равных харизмах. Да. Что думаете по этому поводу? Запускай голосование. Я лучше никогда не буду получать цветы, чем снова буду выносить твои измены. Твои измены. Обкупался розой за все мои слезы. О, я была не была. Тебя забывал голую и дикую. Сколько раз тебя бросал, как курить бросал, но напьюсь и выкурю. Зачем звонишь, забудь цифры, уже так пох, что ты different. Последний раз в твоем лифте, почти в отключке, как Swift. Мы как Ани и Swift, да я долбанный псих. Таким меня сделала ты. Я с тобой в завязке. Есть победитель. Спасибо большое. У нас буквально недавно залетела на наш разбор Алена Швец со своим трючком. Спасибо большое нашим замечательным зрителям. Если я не ошибаюсь, Fire Demon вроде, да, закинул донат за нее. Очень хорошая песня. Она еще улетела вот сразу у нас в номинацию. Но финальное голосование проходит трючок Крида «Была, не была». Да, 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 да. Спасибо большое. Шикарный трек. Вот мы его послушали еще и на номинациях. Отлично, спасибо большое. Финальное голосование проходит Егор Крид. Да, далее. Знаете, приятно видеть на самом деле большое количество красивых поп-песен, да, вот у нас. Реально. Большое количество красивых поп-песен. Потому что дальше
Трек номер один. Клава Кока и Федук. Трек номер два. Ну, не совсем поп-музыка, конечно. Fire от маленького Ярчика. Две скобки в чатике, не наяву улыбка. Хотела забрать мое сердце, я искал выход. Кто кого любил, ты не поняла. Было только бла-бла-бла. В какой раз мы разбегаемся? Честно, даже перестал считать. Ты не понимал, и ты тоже. Что без друг друга было проще. Тогда почему еще не в прошлом? Кабы не было тебя, а-а, у меня, а-а, я боли бы не знала. Кабы не было меня, а-а, у тебя, а-а, пострадала бы другая. Кабы не было тебя. Такая тема, меня, да? Сегодня мы этот трек не слушали. Fire мы сегодня слушали. Чуть дальше, да, запущу, чтобы развитие пошло уже. От маленького Ярче. Что за номинация? Хит мейнстрим. Танцуй, как последний раз. Разбей асфальт. Танцуй, как последний раз. Танцуй, как последний раз. Лейся, как водопад. Танцуй, как последний раз. Танцуй, как последний раз. Как бы не было меня. Запускай не голосовать. Лучше б я тебя не знала. Как бы не было зимы, все равно б замерзла в твоих объятиях. Может, если бы не ты, никогда б не узнала стадию принятия. Наши ссоры хардкор, только не повтор, стоп. После тебя я снова поверю в любовь. 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 Никогда не чувствовал. Ты уже давно не тот, не тот. Чё? Чё думаете? Жесткая калитка, да, за маленького Ярче. Fire, трючок, спасибо большое. Очень яркий, яркий поп-рэп-трек от Клавы Коки и Федука. Спасибо большое. Но финальное голосование проходит маленький Ярче с треком Fire. Сильный трек, без вопросов, да, 100% без вопросов, сильный трючок. Так, следующее голосование, очень интересная пара, друзья, очень интересная пара. Да. Я, наверное, сделаю вот так. Фыш! Первый трек — это Life. Бэм. Да. Да. Эй, эй, эй. Я. Дело идет жизнь. Окей. Это моя история. Новая скала, и слава богу, бро, аллилуйя. Мои парни на улицах болят, я салютую. Мои релеты Чапа Капоне и Ларри Хувер. Порой я удивляюсь, как сделал это отсюда. Иногда я вспоминаю, как оно все было. Смотрю на облака, глаза похожими на мыло. Остановился, голову заполонили мысли. Я не знаю, куда я иду, но я иду с жизнью. Я иду с жизнью. Хотя себя в этом моменте. Я сделал охуенно. Идеальная картина. Я написал картину, говорю о том, что вижу. Я транслирую вижен. Мы живем и пишем, мы хаслим, пока мы дышим. Я на жадании, делай деньги, это мой мишен. Чуть-чуть дальше, да? Эй, я в нем лежу, он не фэл, ю дабл, дити, в ее фитиле, индиго, дым, мы висим, дико, дико, сни. Серотонин, максимум, дила, синизировал, мудил, дела, и стиму, ритм, стих, мы висим, дико, дико, сни. Эй, я в нем лежу, он не фэл, ю дабл, дити, в ее фитиле, индиго, дым, мы висим, дико, дико, сни. Серотонин, максимум, дила, синизировал, мудил, дела, и стиму, ритм, стих, мы висим, дико, дико, сни. Святое атомное сердце озарит, как солнце местное. Когда я взрываю мерзость, дым под сфере, под небесное небо, крышни мир и крепкий. Как мы тусуем, пекло, ангела светит поверхность. Если свет вокруг поверхности. Почему танцуешь так? Редко лишь один ответ. Это то, что крутит планета. То, что крутит планета.
Дым гуляет по небу, поджигаю ракету, ты там. Я просто живу жизнью, не знаю, где буду стоять. Я полюбил игру, просто так это ты не кинешь. Мое запястье светится, дал ювелиру 30. Приемы джиу-джитсу, посмотри, как кто ложится. Я бы хотел вернуться, не буду им обещать. Чтобы тебя простили, ты должен уметь прощать. Я тут вещаю, щит стою на дорогих вещах. Время начать летать, я делаю взмах. Так, редко тебе нужен друг, детка. Звук больше друг, плюс это волны. Детка, не будь скромный, этот мир огромный. Был уже дан старт, ты танцует даже статую. Вруби это на полную, это чувство запомни. Чувствую себя как дома, во сие, как мегатон. Планета подчиняется лишь этому закону. Пусть сердце это спол, детка, сделает сном. Детка, сделает сном, детка, сделает сном. Скажу. Шарапа белый, мы были в поле. Помнишь, как мы продавали поле? Холодные батареи в доме. Да, у нас победа с калиткой. Что скажет белый? А я вам скажу, что мне трек тейпа понравился больше. Да. Такая вот хуйня. Спасибо большое тейпу за трек лайф. Охуенный трек. Если бы в таком стиле был выдержан весь альбом, было бы очень пиздато. Финальное голосование проходит трючок «Рапсодия». Да, от Гонфлада. Спасибо большое. Спасибо большое. Рапсодия конца света. Естественно, Гонфлад проходит финальчик. Очень хороший трек тоже, без вопросов. Но трючок тейпа просто охуительный. Да. Я гарантирую вам это. Очень интересная пара треков. Очень интересная пара треков вас ждет. Еще более интересно, чем та, которая была только что. Еще более интересно, чем была только что. Наверное, самая интересная пара треков, которые вас могут заинтересовать как с точки зрения треков, так и с точки зрения интересных моментов. Проклятие от обладает против YSL Tag OG Buddha. Мы ни в коем случае не играем в какие-то вот противостояния, все эти вещи с точки зрения диссов, бифов и прочего, но по алфавиту OG Buddha и обладает, они вот идут рядом, и, соответственно, мы в треках, в хит-альтернативах, хит-мейнстрим всегда ставим по алфавиту. И вот получилось так, что они, соответственно, у нас тоже здесь совпадают, поэтому вы решаете судьбу. Первый трек «Проклятие». Держишься как ребенок. Для я тебе объясню, бро, я вообще ни при чем. Йоу, я рекламный баннер, факт не со мной, по-любому ты апнешь. Но если ты дау, то не звони мне, если не про бабки. И тебе нужен бардер, обла Ниссан, то не даст тебе клауд. Они меня знают, это проклятие или подарок. Это проклятие или подарок. Да вы заебали, это проклятие или подарок. Это проклятие или подарок. Это проклятие. Да я много знал, много задач, плюс мало спал. Ты на бите насрал, OG, но ты себя так сам назвал. Легальный старт, попробуй подняться без воровства. Рэп сам осва, вы ползете на коленях, пора встать. По именам треков. По именам треков, чтобы всегда типа было по-разному, да? Может быть, может быть. У нас всегда до этого было по именам артистов, да. Ну, типа, вы понимаете, да, что это так всегда была стандартная тема. По именам треков, может быть, чтобы было непонятно, да. Возможно, да. А то всегда буду, да, там, условно, обла против буду вот это. По именам, я думаю, в треках, да, мы так и сделаем. Хит альтернативы, хит мейнстрим по названию треков, да. Окей. YSL вор, освободите тагера. И Saint Laurent джинсы сегодня на жесткой сваге. На тропе всех убило, он напоминает кладбище. Со мной только боссы, веди себя подобающе. Мне сейчас пизда, влагалище. Руки палят на меня, осуждающе. Все эти MC на словах, так много обещающе. Все эти MC будто шутки, мы с них угораемся. What's up?
Убрать тогда фобию, будем часа. Если ты хочешь знать, сделал двоем за полчаса. Let's go, голосование. Братья в хаке, у меня клуб, удар как Тайгер Вудс. Чел стал лайк, когда я сказал, прояви лояльность. Я не хавал гадость, сначала набрал себе энс как наггетс. У тебя нет бумаги, ты просто решил, что все продались тут. Это чистая сделка, я не заляпаю кеды. Зашел. Бля, то же самое вышло бы, да? Проклятие, EY. Один хоть эти два трека были бы друг против друга. Вот угляй, сук, но я ушел незаметно. Ушел, мне не нужен ментор. Я в этом уверен. Собираю монеты, я бедный, в это никто не поверит. Коинс, да бля, 100% уебанных школьников всегда будет сменка. Сделал себя сам сук, не верю в чудеса. При записи этого дерьма я скурю много дерьма. На мне шишки, плюс я ярко сияю, как елка в гирлянду. Время дорого стоит, мой зим ебал в котле бриллиант. Фэны говорят, что сдохнут за меня, блядь. Привет. Мой дом 7-2, не Атланта. Мой дом на моих плечах, бля, я типа Атланта. Бигбой на грязном дерьме, прям как у моей Атланты. Не могу с тобой ебаться, у тебя нету таланта. The world call them ops, I call them retard. YSL War, освободите тагера. Да, вот такая история. Интересно, да, интересно. Интересный замес. Да, у нас есть победитель. Спасибо большое, обладает. Хороший трек, на самом деле. Он номинировался у нас в разных номинациях. И на продакшн, да, и здесь тоже. Крутая работа, спасибо большое. Вот, но финальное голосование проходит трек YSL Так от OG Buddy. Тоже отличная работа, хорошее разнообразие. Очень большая, интересная работа в целом, да, в этом стиле от OG Buddy. Респект. Это было очень интересно. И заключающее, завершительное у нас голосование по мейнстримам, тречкам, да. Так, что у нас происходит? Близнец. Салют, хочу представить вам свою третью работу с начала творчества. Буду рад критике и рекомендациям. Ссылка на трек здесь. Текст на Genius здесь. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, дружище, за поддержку нашего проекта. Тречок стал в очередь. Обязательно его рассмотрим. Спасибо тебе большое. Завершающее голосование у нас Velial Squad, Dead Walking и White Punk. Я помню. Фу-ш. Dead Walking, напоминаем. Слушайте крипшоу. Агли Криппин, люблю крики, сериал, кила, кровики. Мы те, кто испортит уикенд, это триллер, бульган, рыбе. И мне станьте шторки, то это был на пожеванной пленке. Три ножевых тебя острел тонким, я иду медленно, завидать волком. Джейсон, мозги, режь мобилем, лучше беги, если хватит зим. Бог простит, но не прости, ты летишь, ему так купишь мир. Да ведь я был этим дилом отродим, она не против дать мне свой плоти. Велел Один, мид на проде, студия склеп, пишусь на болоте. Мы сколотим тебя гробы, скажем в новом треке. И тот и другой трек вы слушали на самом деле, да, уже сегодня? Да. И тот и другой трек вы уже слушали сегодня? Да. Если я приезжаю район, вспоминаю, что делаю. На продакшене тоже, да, не? Как мы ночью горели огнем, все брали. Как любому я стеку был рад. Меня везет Jaguar, желудок закинул один бай. Хотя я ушел от всего, и мне больше не надо этого дерьма, правильно? Нангал только рип, она знает, я крип. Татухи на теле, как Вики. Спустя трясло тебе за ухи. Устрою пожар, в этом клубе я как варвар. Да мне ювелирки хватило бы тебе на тот дорогой товар. Делать деньги — это мой дар, в моем капе нектар. Ты знаешь, ведь я вокстар, мы курим кали, ты куришь нагар. Да я в коже, будто байкер, зови Undertaker. Светофолка болит, но я вроде не бейкер. Мертвецы на свои хоррор-муви, лью на трекер. С клипом лучше, да? За спиною воют волки. Хочешь жить лучше замолки. Мы пришли, они намокли. Мы едем на тело, а куда не твое тело, а? Я не танцор, но очень люблю, когда мани дэнс. Осталось чуть-чуть, и я куплю маме новый бенз. Курю так много, и я забываю, что такое стресс. Буду этим жить, пока меня вставляет весь этот процесс. Боюсь снова любить, ведь на моем сердце остался порез. Бэй, извини, лишь деньгам у меня интерес. Проведу с тобой ночь, но утро как призрак, снова исчез.
Кера тоже соответствует. Да. Такая вот история. Что думаете, друзья? Что думаете? Близко, да, близко, но проходит первый трючок, да, он нравится больше. Спасибо большое White Punk и Манере за трючок, я помню, но финальное голосование проходит Dead Walking. Спасибо большое, друзья, спасибо. Далее, далее мы двигаемся. Я тут для себя сейчас только что обнаружил страшную вещь, суть которой заключается в том, что... У меня не выведены пары по альбомам, потому что никогда они не были выведены ранее. Потому что всегда они в основном отправлялись в голосование, и мы сейчас с вами впервые, вероятнее, будем это делать. Да. Очень интересно. Давайте попробуем это сделать. Сейчас я сделаю, ничего страшного, не проблема. Более того, вы знаете, у нас... это no problema, да, no problema, вообще, easy катка. Сейчас я сделаю. Знаете, у нас впервые еще и 12 альбомов. 12 альбомов, друзья. Да. 12 альбомов. И мы не смогли. Мы думали, как можно сделать, высчитать правильно баллы, чтобы убрать один альбом. То есть у нас получилось 11. И по средним баллам, по базе, так сказать, да, по сумме базы, у нас получалось, что два альбома с наименьшей базой, это альбомы Уджи Будды Пох вообще 0.5 с базы 34 и Кишлак с Хиг 2 с базы 32. Вот. Но так как у Будды вышел альбом следующий, да, а у Кишлака альбом достаточно важный, но и у Будды тоже очень важный альбом, мы решили ничего не убирать из этого, да, и решили добавить просто идущий далее по баллам альбом и сделать 12. Следовательно, мы добавили 12-й альбом, у которого было, там было несколько альбомов по 69 баллов, у 13 карат и Ели Плага. Но у карата индивидуальность и харизма 8 в этом альбоме, а у Ели Плага 7. Соответственно, у нас показатель индивидуальность харизма всегда забирает. Поэтому мы начинаем голосование по альбомам следующим образом. Поняли, да? То есть мы не стали убирать альбом Кишлака, мы не стали убирать альбом Уджи Будды, потому что альбом Уджи Будды был убирать совершенно нечестно, потому что он попал в топ-10 по средней базе, альбом Кишлака не попал, но там очень близко, и вот типа... Такая вот история, короче. Мы думаем, что наш, так сказать, выход из... Так, я вот думаю, Дим, может быть, проведем два этапа тогда голосования? По альбомам. И топ-3 закинем. У нас получается 12, потом 6. Может быть, так сделаем. Хотя нет, у нас... Нет, ну да, 3 пары. 6 пар, 3 пары. Давайте до Талова. То есть не один круг сделаем, а по альбомам 2. У нас либо вообще не бывает, либо 2 круга. Давайте попробуем так сделать, чтобы в голосование в Бусти ушло 3 альбома. Не 6 альбомов, а 3 альбома. Да. Ну, будьте очень внимательны. Будьте очень внимательны, да, смотрите, что у нас есть по альбомам, да, вот они, альбомы месяца, они все представлены, плюс еще альбом 13 карат здесь, они есть все, Creepshow, Underful Elf, Пох, Wave, Мрачные тени 2, Клуб без танцев, Схик 2, 2 The World Prequel, Шаури, Сияние Лапы, Спа, Кристофоро, Коломбо. Опять же, да, пока, сейчас у нас все шло по никам, по алфавиту. Со следующего месяца мы будем в альбомах, если будет голосовалка, в хитах альтернатива и мейнстрим работать по названию треков или по названию альбомов. Но сейчас мы шли исключительно вот по алфавиту, как это было всегда. Сейчас мы на стриме придумали, что можно поменять, чтобы артисты всегда не стояли вместе, да. Ну, типа, мы же долго это все будем делать, а название будет такое, поэтому будем делать так, да, будем делать так. Ты не обновлял страницу? А, нет, не обновлял. Не обновлял, да. Сейчас обновлю. А, ну, в общем-то, да, супер. Все у нас уже здесь и так, да, вот оно.
все оно у нас уже здесь и так, да. Вот, поэтому теперь вот оно все, все здесь есть, да. Все уже, оказывается, внесено. Let's go, друзья, каким образом они у нас стоят? Первые два альбома. Бэм! Воровская лапа и кишлак. Запускаем голосование сразу. В основном это, конечно, идет движуха для тех, кто знает, да, что происходит, кто слушал, кто был на разборах, кто понимает, что происходит здесь. Это абсолютно разные работы. Острая, сложная, отчасти сатирическая работа. Жизненная, экспериментальная, ну та тоже жизненная на самом деле, очень много жизненных тем затрагивается. Очень разные работы. Работы при этом очень сильные. Если вас интересуют какие-то баллы по этому поводу, вы можете посмотреть вот сюда, да. То есть здесь было вот так по базе, да, здесь было по базе чуть меньше. Тем не менее, оба альбома залетели на 5 баллов по общему впечатлению. Это очень сильные работы. Если говорить про индивидуальность и харизму, то здесь 9 и здесь 9 баллов, да. Вот так, поэтому голосуйте, да, друзья, прямо сейчас. Посмотрим, что из этого получится, что у нас получается. У нас есть калиточка, в принципе, да, такая, около-около. 33 на 57, и не определились 11%. Спасибо большое Воровской лапе, это было интересно. Спасибо большое за альбом, но финальное голосование... Нет, не финальное голосование, конечно же, да. Во второй круг! Во второй круг у нас проходит кишлак с альбомом «Схик». Поэтому никакого финального голосования пока у нас не происходит, да. Сейчас, секунду, мне надо будет немножечко совсем времени. Совсем немножечко времени, чтобы перезаряжать. Или выстрелить в спину, блядь. Перезаряжать обойму, короче, да. Сейчас, секунду. Бам. Я не понял. Блядь. Так и не вышел, да, этот альбом. Короче, друзья. Короче. У меня открыто, как вы понимаете, с Яндекса. В Яндекс оно пока не вышло. Это был эксклюзив, да. Шафти альбом. Помните, да? Ярче альбом и Maybe Baby. Шафти. Здесь он просто не вышел, соответственно, я не могу вам его показать. Но суть вы поняли, вы сегодня даже за обложку голосовали, да. В общем, маленький ярче. Under, Full, Elf и Maybe Baby, Shawty. Вот такая вот история. Да. Let's go, голосовалка, погнали. Что думаете по этому поводу? Что думаете по этому? Вы думаете, что это равная история, да, базару нет? Что скажу, абсолютно разная музыка. Очень хорошая реализация. Давайте посмотрим по баллам, что происходит. Здесь у нас вот так, да. Все девятки. Если вы даже просто будете смотреть на базу, да. Все девятки. Потому что альбом месяца по баллам смотреть не совсем корректно. Потому что есть, например, альбомы, у которых трендовость и актуальность 3, и они по общему баллу не смогут тягаться. Здесь то же самое, 3. Да, здесь 5. Вот, и тут, соответственно, база меньше, здесь база больше, но учитывая трендовость, такая история. Поэтому, когда мы смотрим какие-то работы, мы всегда смотрим на базу, если мы вообще смотрим на оценочки, да. Здесь у нас все девятки, здесь у нас 2 девятки, 2 десятки. 80-81, да. По баллам одинаково, практически и маленького ярче, еще и больше. В общем, работы очень крепкие, девятки, десятки в целом. Работы хорошие. Сейчас решается, кто пройдет во второй круг. Вижу победителя. 10% разница не определилась. 6%, 42% у нас за маленького ярче. Спасибо большое. И 52% Maybe Baby альбом Шафти. Да, у нас, конечно же. Следующая пара альбомов. Секундочку, буквально все это происходит очень быстро здесь и сейчас. Бам-бам-бам, вот так вот, все, я готов. Два альбома, бабах! 13 карат, альбомчик, называется «Еще одна ночь» и «Friendly Tag 52», Кристофоро Коломбо. Голосование полетело. Циферки вы прекрасно видите, знаете, что является чем. 13 карат, цифра 1,
Friendly Tag, цифра 2. Да, забирает без шансов. Ну вот проблема в том, что без шансов забирают по-разному для всех, да, но в данном случае существует жесткая калитка. Спасибо большое за альбомчик. Я согласен с вами, согласен с вашим выбором. 4% не определились, 21% за 13 карат и 75% за альбом Friendly Tag, который проходит во второй круг, пока всего лишь, всего-навсего второй круг. Да. Далее, у нас идет следующее противостояние, суть которого в том, чтобы вот это у нас, я вам даже вот еще быстрее, да, буду показывать, чтобы у нас вот это соревновалось вот с этим. Мидиксы 2D World Prequel и Клуб без танцев Многознал. Голосуйте, друзья, голосование открылось уже прямо сейчас. Можете голосовать, что думаете по этому поводу. Очень сложно. Да, я думаю, что альбомы очень важны для двух коллективов, ребят, так сказать. Да, очень важные, очень интересные, абсолютно разные. Да. Два круга отбора, потом бусти. Да, абсолютно верно, потому что альбомов у нас проходит 12. Мы решили никакой альбом не убирать, чтобы альбомы поучаствовали все в голосовании. Это не совсем будет честно. Но мы подумали, что как будто бы урезать менее честно, чем добавить один альбом. Поэтому вот. У нас есть победитель. Есть победитель. Калитки нет здесь. 8% не определились. Да. Сочувствую всем слушателям Многознала. Я вас понимаю, пишет Леонид. Да, да, да. Да. 38%. Спасибо большое. Хороший альбом. Интересный, яркий. 38% проголосовало за Многознал, 54% проголосовало за Мидиксов, которые проходят в следующий круг, всего-навсего в следующий круг противостояния. Далее у нас следующее противостояние. Let's go. Бам. Первый альбом, альбом OG Buddha, пох вообще 0.5. Второй альбом, который будет пробовать противостоять, альбом Soda Love, Spa. Голосование Let's Go прямо сейчас. OG Buddha, пох вообще 0.5, Soda Love, Spa. Да, смотрите, что вам ближе. Как альбомы, как тречки, как какая-то история, которая вам нужна, как музыка или текст, или что вам надо, то и, соответственно, можете выбирать. Да, здесь у нас следующая история. Вот здесь у нас находится Пох Wave, да, 77 баллов, тут 72 балла. Но опять же, да, типа разница в трендовости жесткая, поэтому я говорю, когда мы смотрим альбомы, ну, оценки, это, конечно, все оценки, но с точки зрения того, что вы думаете, того, насколько вам это все заходит, вы, конечно, можете ставить совершенно разный голос. Оба альбома сильные, это факты, здесь слабых альбомов нет в принципе, оба альбомов сильный и хороший. Кому что ближе? Звук и вайб, либо вайб более грустный, такой осознанный и текстоориентированный. Вот, вижу, да, вижу здесь 52, 10 человек, 10% не определилось. Очень сильные альбомы, можно закрывать голосование. Здесь по базе было больше, текстоориентированность, смысл. Здесь вайб, кач и трендовая рабочая музыка. 39% проголосовало за альбом Soda Love, Spa, спасибо большое. 52% проголосовало за альбом OG Buddha, Poch Wave 0.5, спасибо вам большое. Альбом Buddha проходит в следующий круг голосования, скажем так. И завершающее голосование первого круга у нас следующее. Бэм! Velo Squad, Creep Show и White Punk. Я вам даже быстрее буду говорить, чем буду это делать. White Punk, Мрачные тени 2. Голосование Let's Go. Абсолютно, опять же, разная музыка, абсолютно разная история. Что у нас здесь происходит, да, на сайте по этому поводу? 74 балла. Да, 74 балла. 84 балла, но тут как бы, да, по баллам смотреть сложновато. Но баллы, конечно,
очень разные, да, здесь. Но смотрите, тут как бы дело, кому что по кайфу, кому что нравится по музыке, что вы считаете для себя более интересным, приемлемым. Смотрите, да, West Coast где? West Coast, бро, в декабре, да, с подключением. Что думаете по этому поводу? Что думаете по этому поводу? Да, есть у нас... Есть у нас, да. Ну, я еще и не пойму, где голосовалка. Голосовалка в чате, бро. Вот здесь, в чате. Прямо сейчас она происходила. Вот прямо сейчас, прямо здесь. Да. Победу одерживает White Punk с альбомом «Мрачной тени». Хороший звук, интересная история. Но вот эта тема, на мой взгляд, более легендарная. Тут я с вами не согласен. Респект White Punk, очень хороший альбом, но вот это дерьмо просто пиздец. Тут я с вами не согласен, не настолько, как со Скриптонитом, но примерно вот так, да. Ну, это мое мнение. Вот, я поставил баллы поэтому за это мнение, да, то есть вот оно было вот таким, по базе все десятки. Здесь у нас было 8-9-9-9, да. Но тут выбор ваш, музыку, соответственно, слушать вам, кайфовать от музыки вам. Поэтому спасибо большое Valial Squad и Мипу. Шикарный альбом. Мощнейший альбом. Целостный и разъебательский просто. Очень хороший альбом по звуку. Отличная попытка реализации нового звука. В принципе, пиздатейший альбом. Нет вопросов, реально. Переходим ко второму кругу голосования. Переходим ко второму кругу голосования. Что у нас получается? Получается у нас вот что. Нет. Вот эта история. Да, вот эта история. Ну, против, опять же, соответственно, у нас, блядь, нету, да, картинки, как вы понимаете. И вот что у нас получается. Вот что у нас получается. У нас получается Кишлак с альбомом Схик 2 и Maybe Baby с альбомом Шафти. Ну, соответственно, тут не особо это и написано, да, но суть вы понимаете. Голосование Let's Go! Схик 2 против Шафти, да, пока нет на площадке, соответственно, пришлось вот так вот некорректно вывести. Надо было с обложкой, наверное, выводить. Вот, очень равный замес. Обложки были, да, все было. Осталось альбом и артист месяца. Что происходит здесь у нас? Если вам это интересно, что происходит здесь? Здесь у нас происходит вот такая история. Но тут трендовость выше, да. Здесь происходит вот такая история. Но тут каждый решает сам для себя. С точки зрения того, насколько вас прокачал альбомчик. Насколько вы кайфанули от него. Насколько вы получаете удовольствие. Абсолютно разные работы. Супер живая, дико погружающая музыка. Сумасшествие, просто качество. Так или иначе выдавал атмосферу нам Кишлак. Здесь у нас история тоже, да, очень крутая, вайбовая, легкая, качественная, такое, ну, интригу создает. Ну, реально, тут голоса равные абсолютно, поэтому подождите сейчас, типа, подождите, пока не закрывай. Я не знаю, что вам еще рассказать. Голосуйте, да, кстати, кто. Здесь не совсем понятно, да, у нас, что это за альбом, но голосуйте. Победитель из этой пары. Победитель из этой пары, он проходит в финальное голосование, если что. Победитель из этой пары проходит финальное голосование. Вот так вот. 45% на 47%. Абсолютно разная музыка. Смотрите, здесь, пока не закрываю, дадим голосование. Абсолютно разная музыка, реально. Абсолютно разная музыка. Ментал Дорик дарит 99-ю подписку. Дэм, спасибо большое. Серьезно. Спасибо большое, Ментал Дорик. Короче, смотрите, ребят, я думаю, что очень сложно понять будет людям друг друга, кто голосует за эти два разных альбома, потому что они очень разные. Здесь у нас флекс, яркая картинка с обалденным репрезентом и образом. Здесь у нас меланхолия, грузняк и атмосфера. Это очень разные вещи. Поэтому, если кто-то выбирает вот это, ему вот это вообще не надо. Если кто-то выбирает вот это, ему это не надо совершенно. Все, поэтому тут у нас равное голосование, реально равное голосование. Единственное, что я вижу, 8% ребят, которые не определились, вы можете попробовать определиться, какая музыка вам ближе. Просто хотя бы какая музыка вам ближе, да, если что. Ну, 4% в принципе есть, 5% есть разница.
5% есть разницы. Можно закрывать голосование. Спасибо большое Кишлаку. Очень хороший альбом. Яркий, сложный, тяжеловатый. С попыткой разнообразить в интересную лирику. Спасибо большое. Знаете, мне немного напоминает эту историю Nine Mice. Историю Nine Mice. Где тоже идет какая-то лирика, какой-то свет и какой-то, какая-то история, немного выходящая за то, что мы привыкли видеть у артиста. Спасибо большое. Очень хороший альбом. Сказать, что я не согласен, не могу, к сожалению. Не могу. Потому что действительно очень разные вещи. У Maybe Baby обалденный релиз. Реально. Очень сильный релиз в том формате, который она выбрала. Я понимаю, что кто-то рассуждает так, что типа, как вот это вот, типа, как эта музыка в принципе, типа, может тут-то музыку переезжать. Но музыка разная, для разного настроения. Прекрасно понимаю тех, кто проголосовал за Maybe Baby, которая проходит финальное голосование. Таким образом, у нас есть первый финалист. У нас есть первый финалист, это Maybe Baby с альбомом Shafty. Да, вот так вот, заслуженно. Да, я согласен, реально. Вполне себе заслуженно, вполне себе качественный, отличный альбом от Maybe Baby. Я понимаю, что кто-то может быть в ужасе, да, и не кайфовать от такого результата. Friendly Tag 52, Кристофоро Коломбо и Мидиксы 2D World Prequel. Та же самая тема, да. Абсолютно разные работы. Голосование запускается. Запускается голосование прямо сейчас. Очень хорошие, реализованные, качественные альбомы. Сложно здесь на самом деле говорить. Смотрите, здесь что у нас получается. Здесь у нас мидиксы, да, у нас идут по базе всегда очень жестко. Да. Десятки и девятка здесь у нас. Одна девятка, да, одна девятка у нас за... реализацию, точнее, нет, за харизму и индивидуальность. Здесь у нас 68 всего лишь баллов и 3 балла множитель за трендовость, но у нас здесь 10-9, да. То есть у нас тут, смотрите, у нас тут 9-10. Почему эти альбомы одинаковые? 5 баллов за общее впечатление, альбомы оба раскачали. 10-9, харизма, реализация. 5 баллов, 9-10, да, харизма, реализация. Вот все. Соответственно, каждый выбирает для себя. Баллы в этом плане, они ничего не значат. Для любителей рассказывать, что там баллы, трендовость, нет. 5 баллов. Атмосфера, реализация и харизма отличная у обоих. Такая вот история. Поэтому смотрите, да, смотрите, друзья, что как вам. Равное голосование, вижу, но есть разница в 4%. Спасибо большое, спасибо большое. Можно закрывать голосование. И всего 2% неопределившихся, поняли, да? То есть здесь определившихся гораздо больше. Спасибо большое Мидиксам, спасибо большое. Очень интересная работа, очень интересный перформанс, обалденная обложка, суперский стрим. Очень хороший, на самом деле, альбом, который подарил нам много номинаций. И в продюсерах, и в тречках. Это кайф, да. Спасибо большое. Шикарнейший альбом от Friendly Tag, полностью реализованный, проходит финальное голосование. Таким образом, у нас второй альбом, который проходит в финальное голосование. И третий альбом, который проходит в финальное голосование. Сейчас мы будем с вами выяснять. У нас осталась финальная пара. Финальная пара альбомов. Если быть точно, то это вот такие альбомы, да. Это у нас OG Buddha, Пох Ваще 05 и Мрачные Тени 2. Можете оценивать эту историю, смотреть, выбирать уже прямо сейчас. Они идут очень рядом, да, вообще очень рядом, и они по базе практически одинаковые. Смотрите, да, вот они здесь. Здесь у нас единственное, что 5 за... трендовость, здесь у нас 4 за трендовость, 1 восьмерка, 3 девятки, 2 восьмерки, 2 девятки. То же самое, как и в предыдущей истории, равные темы, да, 8-9 реализация харизма, тут 9-9 реализация харизма, ну тут это все достаточно такие условности, да, короче, баллы очень близкие у двух альбомов. Что думают по этому поводу наши замечательные пользователи? 65-70, 70-73. То есть пользователи отдают предпочтение немного в сторону Мрачной Тени, White Punk, да, здесь на 5 баллов, здесь на 3 балла всего-навсего.
Вот, поэтому смотрите, да, здесь. А что, кстати, тут было у нас, ну, тут, да, тут большая калитка. 81, 82, 81 по шафте. И схик, да, 66, 76. Восьмерки, девятки, да. Ну, реализация Maybe Baby страшная, реально. Ага. Так, Кристофора Коломбо. 65, 72 было. И 83, 84. Да, ну, короче, самые близкие альбомы, получается, это вот сейчас. Сейчас в противостоянии. Что там происходит у нас в голосовании? Да, у нас происходит вот такое вот голосование, да. Пох вообще, 68% проходит финальное голосование, 23% White Punk и 9% не определились. Есть ощущение, что топ-3 альбома, чего? Вэлиал, Сода и Многознал, не рассматривая общее голосование. По какому критерию, бро? По какому критерию? Считаю, что Вэлиал Сквад в целом, да, недооценен альбом остался, реально. Но так, чтобы прям топ-3... Многознал, Сода, не знаю, бро, вот реально не знаю. Можно ли сказать, что типа там Friendly Tag'а не альбом месяца, или там Maybe Baby, которая залетела на новый стиль и полностью его реализовала, или OG Buddha, который выкатился с охуенным релизом, не знаю, бро, не знаю, не знаю. Мидиксы, что ли, плохо сделали? Маленький ярче плохо сделал звук. Или воровская лапа со своим рофлом нихуевым. Короче. Но то, что Вериалы остались недооценены, тут я полностью согласен. Да. Таким образом, финальное голосование у нас проходит альбом OG Buddha. Смотрите, что у нас получается по финальным голосованиям, друзья. За обложечку Love 66 Forever, 2D World Prequel, Gone Flat Рапсодия Конца Света, Maybe Baby Shafty, Паша Техник что-то с чем-то. Клип месяца. У нас 6 клипов получилось. Friendly Tag, NGG, Сладких Снов Рэпер 2, Букер, я понимаю, обладает, Бу, White Punk снова, орут Кизару, Let's Get It и Toxic Hurts. Продюсер месяца. DeMarc Smith'у White Punk для трека White Punk Манера, я помню. Fort Knox Pockets. Ну, а.к.а. Многознал, да. Skittles Beats, Многознал, Родная. Мидикс, для мидиксов еще вчера. Панкский пас, обладает проклятие. И Technology Beats Gone Flat, Рапсодия Конца Света. Хит-альтернатива. Криспи Психолог, Странное исполнение и ТМНВ, Пустые зеркала, который переехал у нас дотла с Криптонита. ЦМХ, Я люблю тебя, Мидикс еще вчера, The Dullest Tweet Fantasy. А, Фантастик, прошу прощения. Да. Хит мейнстрим, Егор Крид, Была не была, Маленький ярче, Fire, Gone Flat, Рапсодия Конца Света, OG Buddha, YSL Tag, Valio Squad, MIP, Dead Walking. И альбом месяца, Maybe Baby Shafty, Friendly Tag, 52, Кристофора Коломбо и OG Buddha, Пох вообще 0.5. Такая вот история. Спасибо вам большое, друзья, было очень круто, надеюсь, вам понравилось. Голосуйте, да, кому интересна история с голосованием. Закрытый телеграм-канал в Бусти, чтобы не было никаких накруточек. Да, спасибо, что пришли. Мне кажется, интересная история у нас развивается с нашими премиями, вообще с нашими движухами. Я не согласен в некоторых вещах. Не согласен. В разных номинациях, кстати, я часто не согласен. С одной стороны, я когда ловлю себя на этой мысли, мне это начинает бесить. А с другой стороны, я понимаю, что это правильно. Да. Потому что отбором занимаюсь я на стримах вместе с вами. Здесь отбором занимаетесь вы и по рейтингу, и по отобранным артистам. Если я не согласен по какой-то причине, зачем я вообще тогда отбираю в номинантов тех или иных людей? Правильно? Охуенный вопрос, на него невозможно возразить. Как будто бы все ребята, которые представлены в номинациях, вот здесь, да, они... Правильно сделано. У нас осталось артист, да? Артист. Да. Подождите. Сейчас будет. Сейчас будет. Смотрите. Работы. Все вот эти работы, альбом, потому что тут номинантов-то нету. Мы номинантов за месяц не собираем. Мы формируем их потом, и сейчас я буду зачитывать вам, да? Мы их
собираемся. И, скорее всего, нет, у нас будет один круг, да. А здесь у нас номинанты собираются целый месяц. Альбом месяца, хит мейнстрим, хит альтернатива, клипы, продюсер месяца и обложка месяца. И получается, что любой из этих человек, да, любой из этих участников, любой из этих номинантов, претендентов, из этих артистов или людей, так сказать, других авторов, он может одержать победу. Если это не так, зачем мы его вообще добавляем и номинируем? Правильно? Правильно. Поэтому все очень четко. Теперь вы готовы, да? Готовы? Готовы, готовы, готовы? Готовы, все супер, да? Готовы, все супер, все хорошо. Артиста забыл. Да, все нормально, все хорошо. Все хорошо. Обычно у нас, да, смотрите, обычно у нас что происходит? У нас и альбом, и артист у нас обычно уходит, да, сразу в голосование. Сейчас у нас очень много артистов. У нас есть круг по голосованию. 6 артистов. Расскажу вам, почему. Да. Первый артист – это Кишлак. Очень ожидаемый альбом. Первое место в альбомном чарте. Концертный тур на 13 городов в ноябре был. Клип. И номинации следующие. Альбом месяца, хит альтернатива. Трек с альбома в номинации продюсер месяца и обложки. Две, причем обложки. Maybe Baby. Альбом выпустила. Новый в плане своего звучания. Был подкаст на VS Rap. Концертный тур 10 городов в ноябре. И номинации альбом месяца и обложка. Big Baby Tape. Первый сольный альбом за 5 лет. Я думаю, вам понятно, да, и не обязательно это рассказывать, сколько все это ждали, это было очень мощно. Инфоповод с переносом альбома. Разнообразные тизеры, раскрутка альбома и номинация хит мейнстрим. Многознал. Первый сольный альбом за 3 года. Визуал, тизер был у него, да. Очень интересная история с возможностью, так сказать, подставлять, да, там разные лица, то, что очень разошлось, да. Номинация, альбом месяца, хит мейнстрим и продюсер месяца. Обладает. Альбом выпустил, да, тоже ожидаемый, Players Club 2. Клип, первое место в альбомном чарте он забрал. Мерч баскетбольной команды. Выступление на стадионе, медиафутбол, движуха, да, происходило. И номинации, альбом месяца, клип месяца. Трек с альбома в номинации продюсер месяца и обложка. То есть Обла, в принципе, сделал очень много. И OG Buddha выпустил альбом в новом ожидаемом звуке. Визуал к альбому, который мы смотрели на трансляции. Клип и были номинации. Альбом месяца, хит мейнстрим и клип месяца. Вот, ребят, смотрите, на вас на самом деле стоит очень сложная и интересная история с тем, чтобы выбрать. Да. У Обла нет альбома месяца. Ну, тут каждый решает, что для него альбом месяца. Номинация в любом случае была. Номинация в любом случае была, поэтому... Да, мы рассматривали Мидиксов, мы рассматривали многих ребят, и Friendly Tag мы рассматривали, и Мидиксов мы рассматривали. Недостаточное количество инфоповодов было у ребят, да, вот в чем дело. Поэтому противостояние опять же происходит по алфавиту, но здесь по-другому просто никак, ну просто никак. Вот, поэтому первое противостояние, которое вы выбираете, это противостояние Кишлак и Maybe Baby. Здесь вы... выбираете по тому, насколько артист запомнился вам в целом. Не по альбому, а вот потому, что еще раз, да, еще раз. Запускай, Дим, голосование в чате. Альбом, первое место в альбомном чарте. Концертный тур на 13 городов. Клип и куча номинаций. Maybe Baby, альбом, подкаст West Rap. Концертный тур на 10 городов и 2 номинации. Да. И, возможно, есть что-то у вас еще, да. Ну, то есть какая-то ваша история персональная, которая вам понятна, вам нужна, да, и которую вы считаете наиболее правильной, поэтому. Голосуйте прямо сейчас, да. Голосуйте прямо сейчас. Голосуйте, голосуйте. Респект. Вижу, есть победитель. Есть у нас победитель, да, есть победитель. 40%. Мерч Заяц. Мерч был, да. Да.
смысле, кто один? Один? Кто один, кто два? В смысле, вы что, не знаете, кто один, кто два? Подожди, Дим, стой. Обнуляй это голосование. Как бы сделать, да? Как бы тогда сделать? А, сейчас я сделаю. Я знаю, как сделать. Сейчас сделаю. Сейчас заново запустим голосование. Да, возможно, кринжик получился. Сейчас. No problem. Да. Тяжеловато вам так, да? Давайте, погнали. Заново голосование. Да. Я думаю, так будет вам проще, да, и понятнее. Цифра 1, цифра 2, цифра 1, цифра 2, цифра 1, цифра 2, да. Первого называют первого, второго, да. Ну, так, я думаю, будет лучше, да. Заново, погнали. Тогда, наверное, лучше буду делать так, да. Да. Две цифры, да. Тяжело две цифры, вот так вот, да, у нас. Кишлак, это цифра 1, maybe baby, это цифра 2. Let's go, да. Let's go, let's go, let's go. Что у нас происходит? 2% неопределившихся. Очень уверены все, да? Знают? Знают, да. Но близко, близко, да, очень близко. Очень близко. 44 на 53 в данном, да, да, в данный момент. 42 на 54, да, проходит. Спасибо большое Кишлаку за огромное количество работы и инфоповодов. Респект. Финальное голосование «Артист месяца» проходит Maybe Baby. С чем ее поздравляем. Спасибо большое. Спасибо большое. Далее, чтобы вам было проще понятно, да, опять же, сейчас, чтобы был какой-то визуал у вас интересный. Далее. Big Baby Tape. Первый сольный альбом за 5 лет. Инфоповод с переносом альбома. Тизеры. Номинация. Хит мейнстрим. Многознал. Первый сольный альбом за 3 года. Визуал. Тоже тизер, да. Номинации. Альбом месяца. Хит мейнстрим. Продюсер месяца. Бам. Погнали. Big Baby Tape. Цифра номер 1. Многознал. Цифра номер 2. Выбирайте, друзья, что думаете по этому поводу. Запускайте им голосование, да. Запускай голосование. Да, голосование покатило. Голосование покатило, да. Кто для вас был ярче, кто для вас был интереснее, кто для вас был запоминающимся. Но видите, да, то есть если в первом голосовании у нас у обоих был тур, да, на кучу городов именно в ноябре, да, и прям движухи кипели, то тут у обоих, да, тизеры, альбомы, которые долго ждали. Там ждали 5 лет, тут ждали 3 года, соответственно, визуал и номинации, да. То есть, в принципе, достаточно вот именно потому, как мы видим, да, на проекте, как будто бы это более или менее, да, более или менее равнозначная история, да. Тут уже кому что нравится, вопросов нет. Можно закрывать голосование, всего 4% не определились. Спасибо большое Многозналу за очень интересную работу, спасибо большое за возвращение. Финальное голосование «Артист месяца» проходит Big Baby Tape. 61% за него проголосовал. Поздравляю, базару нет. Очень ярко. И хорошо показал себя тейп, вне зависимости от того, насколько нам зашло, не зашла вся эта история с его релизом, нам было очень интересно. Далее, обладает альбом, клип, первое место в альбомном чарте, мерч баскетбольной команды, выступление на стадионе, номинации, клип месяца, трек с альбома в номинации, продюсер месяца, обложка, OG Buddha, альбом, визуал к альбому, клип, стиль, интерпретация стиля, номинации, альбом месяца, хит мейнстрим и клип месяца. Бам! Но тут мы просто вот еще раз, да, попытаюсь оправдаться, блять. Мы не участвуем ни в каких бифах и противостояниях. Мы сопоставляем по алфавиту у нас всегда. И в данном месяце и трек «Проклятие», и YSL так, хоть по треку, хоть по артисту ты ставишь, он сопоставляется друг с другом. Здесь то же самое, да, по имени артиста, соответственно, они выходят таким вот образом, да, поэтому вы можете голосовать, что думаете по этому поводу, как вам движухи от обоих артистов в данном месяце, да, вот так вот. Поэтому оба были везде, да, оба были везде, оба номинированы, поэтому вы решайте, да. Что касается именно в ноябре движухи, да, что думаете по этому поводу, ноябрь,
Да, вижу, да, калитка сумасшедшая, с которой я категорически не согласен. Спасибо большое, обладает. Спасибо большое за большое количество вещей, которые он, так сказать, представил. Я думаю, что можно закрывать 32 на 68% на 68% Оуджи Будда у нас проходит на артиста месяца. Я думаю, это связано еще с тем, что в декабре уже сейчас было очень много всего. Мы уже послушали еще один альбом, и вот это все наслоилось. Замечательнейший стрим недавно прошедший, да, все вот это наслоилось, и немножечко прошла история не совсем корректно. На мой взгляд, в ноябре Обла сделал больше, чем Будда. В ноябре. Потому что переходящая на декабрь, альбом, движуха, клип, Порш, вот эта вся тема, это прям, ну, дохуя этого, но это декабрь. Я именно поэтому и читал, да, что это альбом, визуал к альбому и клип. Да, а здесь было альбом, клип, там, чарты, мерч, выступления и так далее. То есть материал у Будды лучше. Здесь дело не в этом. Здесь надо голосовать за альбомы. За альбом, соответственно, вы и проголосовали, да, вопросов нет. Вот, поэтому тут движуха как артиста. То есть артист — это совокупность того, что делает человек в индустрии в целом. Вот, на мой взгляд, в ноябре область сделал больше, чем Оуджи Будда сделал в ноябре. В декабре и вообще в целом вся движуха, что касается нашего проекта, естественно, да, 100%. Качество материала, на мой взгляд, тоже интереснее у Оуджи Будды. Вопросов нет, да, слушателей больше тоже, да, не намного. Ну, в общем, такая вот история. Вот, да, спасибо большое, ребят, спасибо большое Обли, спасибо большое Будди за участие, спасибо большое, это, да, не то чтобы хайп, да, а вообще в целом движуху, да, типа там, сколько кто дал, там, вот как мы Кишлак, мы Бэби смотрели, типа там, тур, допустим, был, да, там, ВС Рэп у кого-то был, кто-то там, какие-то скандалы, какая-то история, у Тейпа, допустим, там, нереальное ожидание, да, мы же не альбом сравниваем, мы же сравниваем именно артиста действия, вот, к сожалению, вот, альбом Тейпа даже не был номинирован на альбом. А сама движуха от Тейпа, ебать какая огромная. Вот такая история. Таким образом, финальное голосование за артиста месяца, который я чуть не забыл. Maybe Baby. Альбом VS Rap подкаст, концертный тур, номинации, альбом месяца, обложка. Big Baby Tape, сольный альбом за 5 лет, инфоповод, перенос альбома, тизеры, номинация, хит мейнстрим. Оуджи Будда, альбом, визуал к альбому, клип, номинации, альбом месяца, хит мейнстрим и клип. Да. Мне кажется, кайф. Нужно оценить именно артиста, а не альбом, за альбом уже голосовал. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну, если вы можете так делать, вы просто золото, бля, вы монстры, вы молодцы. Ну, теперь точно все. Теперь мы закончили. Это у нас нереальное количество было номинаций, нереальное количество вещей, да, которые вы сегодня выбирали. И почти все выбирали вы здесь на стриме. Мне кажется, было круто. От 1 до 10. От 1 до 10 можете оценить нынешнюю премию, да, за ноябрь, как вам, кого вы отобрали, как вам те, кто отправились в финал, как вам те, кто были представлены в принципе, да, как вам вся история, да, когда будет мерч продаваться. В 20-х числах 0, 1, 10, 1000, 10, 7, сложно что-то выбрать, 1 было, 9, 1, артист месяца Паша Техник, Паша Техник вне конкуренции, бро, он 100%, он... Артист года, бро. 83 было лучше. Многознал достоин большего. Согласен. Как и Varial Squad, да. Да. Но тут такое дело, блин. Тут очень сложно выбирать. Знаешь, все артисты достойны большего. Реально. Как будто бы все артисты достойны большего. Да, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Итоги года в январе, да. Все, теперь точно все. Кайф.